Всем привет, друзья! Всем привет, приветище! Привет! Так, сейчас картинку обратно верну. Игра у меня загружается просто еще. Что-то у меня соединение с чатом тут. Кто тут? Пока еще никого нету, китаец. Привет! Игра включается. Звук давай игры включу. Пока картинку не буду показывать. Сейчас, минуточку, внимание. Все. Так, что такое? Тьмы-то акуни и... О, включилось. Нормально, сейчас чатик выведу. Открыть чатик. Откроем чатик мы с тобой вдвоем. А, так, здорово, банана, здорово. Сегодня стрим чамский небольшой, не длинный будет. Пруф, приветище. Привет. А сегодня стрим чамский, друзья, не длинный будет. Во-первых, мне завтра рано вставать. Очень рано вставать. И также сейчас народ придет, я объясню, почему сегодня небольшой стрим будет. У меня две проблемы. Пруф, с этими вопросами давай в контакт, хорошо? Правила, если можешь, то прописывай. Как живот болит, это ужас. Так, все нормально, надеюсь, работает, все. Тики-пуки. Все нормально меня слышно там, с той стороны? Так, ладно, сегодня у нас, друзья, конечно, я... Чё ж у меня так живот-то болит? Сегодня я хотел уже сходить это в сектор и ББ. Мы сходим в ББ и сектор, конечно, прогуляемся. Не знаю, насколько нам хватит этого огнестрела. Я без понятия вообще. Давай, хорошо. Антирейдов, друзья, уже максимум где-то, ну, примерно плюс-минус 4 дня нету. Не знаю, как это все работает так. Странно очень. Китаец, та же самая тема, у меня тоже что-то живот болит сильно. Не знаю, что за фигня такая. Привал у дороги, и не на чопере. У меня тоже живот болит сильно очень. Но вести стрим надо. Если я пропущу его сейчас, потом, да ну нафиг. Проведем тихонечко. Сейчас я обновляю свою территорию, надеюсь, что у меня будет антирейд, потому что его уже давно не было. Возьмем чоппер, если успеем, то на привал дороги сбегаем. Немножко с огоня поиграем. Блин, живот болит, пипец. Пипецовый. Ням-ням. Чуть не вырубился. Нет, нифига не хотят, вы посмотрите. Нифига не хотят на меня нападать. Оу, а чё за барахло? А, это я на вчера на свалочку ездил. Да. У меня что-то пролагивает. У меня что-то пролагивает. Еще и не ходит нифига-то вообще. А чё за беда? Низкая, по-моему, блин, все равно лагает. Нафиг отсюда. Что сказал? Не мешай мне. Да, что-то пролагивает. Привет, Богдан. Здорово, Богдан. Так, подождите, я стрим немножко обновлю. Сейчас, секундочку, внимание. Хопа. Тут что-то у меня показывает, что никого нет на стриме.
Не, все нормально, все работает. А что, у меня чатик исчез? Нет, все, все. Поехали тогда. Сейчас привал у дороги и потом поедем в БББ, РБББ. Как сам, как погода? Погода, слушай, погода снег с дождем, а как сам живот болит. Вот сегодня вообще живот болит. Неделя очень тяжелая прошла у меня. Проблема с компьютером. Нужно обновлять. Я просто... Руч, привет, привет, дружище, привет. Я просто работал на этой... На седьмой винде... Я бутылки не взял. Ой, как мой молодец. На седьмой винде все время играл, а тут на десятую перешел и слишком много проблем появилось. Не очень врубаюсь, как это все решить. Придется к специалисту обращаться. Так что, прощай. Ну, заколебись. Салам. Привет. Лейстик, лейстик. Может, съел что-то не то. Ого. Снег. У меня плюс 15. Солнце, тепло. Нифига себе. Прикольно, слушай. Классно. Ты, наверное, где-то на юге живешь. Ну, на юге там, что там, сейчас тепло на юге. Никак сейчас у меня. У меня так зима зимовая. Намалят, что-то громковато, так громко, что я саму себя не слышу. Сейчас я немножко убавлю вот так вот, чтобы было все тип-топ. Немножко у меня громковато. Это заберем. Да, минус, конечно, бензинчик. Бензин мне не вывести. Я бутылки забыл дома. Правила чата стрима. Не писать оскорбления и... Я закрепи правила. Блин, я бы еще знал бы, как это делается. Было бы бомба. А! Окей. Закреп есть. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как хорошо. Я нашел самопальчик. Самопальчик мне хватит влезть. И пойдет. А если у меня есть бутылочки? Сейчас я минутку внимания. Так, это расходники, да, по-моему. Бутылка есть, только не та. Мне нет бутылок, жалко. Жалко, блин, бутылку, бутылок нет у меня. Хоть бы одну-то бутылку дали бы, было бы бомба. Так, пистолетик есть еще, вкусняшки. Две красных талона, две красных талона. А не за что. Пруф. Да, и, кстати, хотел сказать, что у меня будут вот такие вылеты. У меня проблема полностью. Я, друзья, за это извиняюсь, конечно, но эта беда никак... Не знаю, как ее решить, короче. Ой, беда бедовая. Сегодня вообще стрим не хотел делать. Потому что это очень сильно напрягать будет. Короче, надеюсь, все собрались, все знакомые, да. Короче, ребят, завтра видосик выйдет, вторник, среда, нет, его не будет, потому что, так, завтра я в 2 часа уеду в другой город, мне надо в больницу будет съездить на проверку организма, и как раз компьютер обновлю. Так что в четверг ожидайте, скорее всего, будет видосик, и сразу же проведу стрим. Вот так вот сделаем. Потому что вот эта вся срань, вот это как бы скидывание вплоть даже на выкидывание с игры, это очень сильно напрягает. Я не могу эту проблему решить. Я не такой уж специалист по этим компьютерам. Не бомба, короче. Но специалисту я и отдам. Пускай он решает. Я хотел на дом его вызвать, специалиста. Но так получилось, что один специалист болеет. Второй находится сейчас не там, где надо. Ну, короче, не в этом городе, где я нахожусь, да?
которому нужно отдавать, нужно компьютер, короче, нести. Вот так вот у меня получается. И, короче, бомба, жопа полная. Надеюсь, у меня это все исправят. Да, конечно, будет трудноватенько. Вчера устанавливал звуки. У меня почему-то уже четвертый день подряд я включаю компьютер, и у меня нет на компьютере звука. Вообще нет звука. Ноль. Не знаю, что за беда, как это после перезагрузки у меня звук исчезает. Вот такая вот вещь у меня. Не очень хорошая, однако. Так, пружинки скидываем. Давай тогда. Сюда пружиночки. А, подожди, подожди. Надо это на разборку выкинуть. Эти все калаши. Глоки. И да, есть хорошие новости. Я ставлю стеллажи. У меня на территории уже 5 стеллажей. Потихоньку делаю стеллажи. У тебя 10-10 винда. Короче, это жесть. Самая худшая винда. Постоянные вылеты. Тупые разрешения. Перегревание 3 раза. Чё? На ноуте. Уже сама по себе. То сама по себе звук пропадает. Лаги, FPS никакой. Слушай, Богдан, это не из-за того, что из-за винды. Это не из-за винды, слушай, дружище. Это из-за того, что, может быть, я часто слишком обновлял винду. Когда мне, если что, сделают это все, вот это барахло, да, я постараюсь винду полностью отключить от обновления. Полностью отключить, чтобы не обновлялась она. Она автоматически обновлялась, и, короче, такое чувство, что сам компьютер обновляется, а драйвера-то нет. Ну, у меня такое чувство, потому что драйвера я не могу нифига скачать. Месяцев 6 назад где-то я такая же фишка у меня выпала, короче. Вот. И как получилось-то? Я, короче, винду, ну как, там, короче, замена какой-то винды или что-то программы какой-то было, вот. После этого я драйвера скачал. По-моему, драйвер пак, как-то так название было этой. Там много было и драйверов, оно все обновилось, все хорошо. Сейчас опять обновилось и все. Больше я не могу даже скачать этот драйвер пак. Я не знаю, что за беда. Ладно, ничего страшного. Надеюсь, у меня все это исправится. Я на это буду надеяться. Вот так вот. Многие специалисты снимают все. Так, все ценные ставят. Говно или просто ком. Потом говорят, что проблема не решится. Легче. А, Мак, я специалисту не тому даю, да, у того, которого я покупал компьютер, я иду. И компьютер у меня еще на гарантии, так что у меня безопасность есть. Не переживай. Тем более это все делать он будет. А, нет. Ну, короче, я уеду, а другой человек будет присутствовать при этом. Не переживай, я как бы знаю, я не доверяю вообще сейчас никому. Так, пру, вчера я сделал паровоз, теперь не знаю, куда деть огнестрел. 34 штуки, нифига. Ху, нифига себе, пойду на ферму, огнестрел. Да, слушай, нифига мощно. Круто, молодец. Покажи диск С. Нет, диск С я не буду сейчас ничего открывать, это не буду я ничего этого делать, извини, Мак. Давай в ВК, хорошо, я тебе сделаю снимочки, в ВК отправлю. Только так. Сейчас не буду ничего. Так, игру. Залетел к тебе на стрим. Опять желание появилось есть. Скачать. Скачивай, скачивай, Богдан, скачивай. Так, не знаю, у меня все топ. Ничего не... Это FPS хороший. Кстати, да, FPS хороший. Ничего у меня тоже не перегревается. Все нормально. У меня только со звуком проблемы и все. А так, нормально все. Go VK. Мак, как это Go VK? Ты что, дружище, у меня сейчас стрим идет. Давай вечером. Ну как вечером? Чуть позже. Ну где-то к 9 часам, может даже к 8. Недолгий стрим сегодня будет. Сразу говорю. Посмотрим, короче, как выйдет вообще. Так, подождите, я тут что-то застрял немножко.
Тем более, что-то у меня, молясь, игра еще глючит. Офигеть, даже места нету. Так, это мы снимаем все. У меня уголь закончился, еще не лучше. Первого ледокола. О, нифига, поздравляю, маг. Да просто сейчас проблемы. В универе учись, верни. А, времени нету. Я знаю, учеба на первом месте. Так что не переживай. Игра никуда не денется, а вот учиться надо. Так, сейчас мы это скидываем. А, чё я? Нафига доски-то я снял? Вот так вот. А чё я доски-то снимаю? Ну, дурак, ты чё делаешь, ё-моё? Что-то у меня пролагивает сильно. Кстати, ты находишься в клане. Если нет, то гоу к нам. А, пруф, я в клане нахожусь. У меня свой клан, я не хочу никуда больше бегать. У меня есть один человек, он сейчас активно играет хорошо. Так что вот это Шадов. Ничего такой, человечек. Общительный, нормальный. Тут, да, есть какой-то Илья вообще, 64 дня. Полина, 26. И какой-то Черешня. Я не знаю вообще, кто такой Черешня. Я, кстати, ребята, возвращаюсь обратно в кратер. Сейчас буду, ну, как бы после обновления компьютера, буду играть в кратере. Так что ждите видосики по кратеру. Будем возвращаться обратно туда. Короче, будем делать так. Пока у нас нет сезона, будем играть там. Как сезон начинается, возвращаемся сюда. И так будем перебегать будем вот так вот. Туды-сюды будем бегать. Немножко, наверное, угля сейчас закину. Тяжело играть и работать на компьютере, когда все вылетает, все тяжело. Это жестко. Очень жестко, друзья, вообще. Трудно. Да ёпер СТ. Стеллаж сделал также здесь, потому что последний рейд мне принес очень много семан. Семан очень много у меня. Я от этого барахла-то сегодня избавлюсь, нет? Я, блин, бегаю, болтаю. Да, мужчина, работай ты уже. Пожалуйста, ну не пи-ти-пи, хотя бы часика два максимум, все, мне больше ничего не надо. А тут что-то есть? Ёпки-мара, птич, что за беда какая-то? Что за день сегодня такой? Так, сюда закинем штаны, изолента и красный талон. Штаны, изолента. У меня до этого была такая же фигня. Как-то один ролик не вышел утром. Ладно, пойду я готовиться. Если успею, то еще зайду на стрим. Удачи тебе. Спасибо, Богдан. Конечно, тебе удачи с учебой. Так, после стрима скину свой ник и ID. Богдан, удачи. А, свой ник и ID? А, ты в смысле вступить хочешь ко мне? О, это фишка офигенно. Это будет классно. Мест много, так что заходите. Пока место есть. Я не против. Мне как бы веселее будет с вами играть. Так. Ну что, теперь можно собираться, наверное. Куда идем первое? Первое, наверное, пойдем с вами ББ зачистим. Второй этаж, конечно, только. На третий я пока что не двигаюсь. Потому что у меня вот все, что из огнестрела, у меня вот это барахло есть, смотрите. У меня совсем чуть-чуть тут калашей, конечно, прилично. 17 штук калашей. А вот с эмками у меня уже проблема точек получается. Да что ж такое-то? Не туда зашел. Так. Ой, что такое-то? Я еще спать хочу до кучи. Есть эмочка здесь. Одну возьмем давайте тогда. Есть 5 эмок с глушителем, я их трогать не буду. Есть калаши. Без модификации я огнестрел достаю, потому что без модификации они как бы здесь нафиг не нужны.
Тем более, все равно их модификацию надо делать. У меня есть гранаты здесь. Вау, нифига себе. Куда мне с этими узишками? И, кстати, у меня, друзья, хорошие новости. Я тут начал собирать. Так, это у меня влезет все сюда? Влезет, да? Здесь, собирать начал этот гранатомет для калаша. У меня осталось совсем чуть-чуть. Совсем капелюшечку осталось. Кстати, оказывается, тот раз я брал 13 эмок, и у меня с 13 эмок осталось всего лишь 4. Неплохо я вкакал эмочек. Не, друзья, просто у меня самого свой клан, где мои друзья, поэтому сори, что в клан не смогу. Ферму копьями и луками через чопперстин. Понял. Удачи тебе тогда. Я понял насчет этого клана. Да и мне-то чё? Просто скучно одному. Так. Сейчас модификации накидаем немножко. Пока вылетов не было. У меня первая проблема появилась, это со звуком. Помните, да, как-то, по-моему, в танке я играл, у меня звук троился. Вот, из-за этого я начал менять драйвера, и теперь вообще жопа. А что я делаю-то? Тут все стоит. Вот так вот. Ладно. Как-нибудь обрулим. М-ка одна сломана. Че, я пойду со сломанной. Нафиг она мне нужна. Я выкину ее на разборочку. А, так если я выкину, мне не хватит ведь, да? Мне не хватит, а его вообще 6 штук. 7, 8. Блин, еще бы одну. Дайте мне еще одну эмочку. Ну хотя бы не эмочку. Давайте возьмем калаш на всякий пожарный такой. Так, это все мои модификации стоят. Это мы скидываем. Окей. Ну и аптечки. С аптечками будет проблематично. Раз, два, три. Три. Два стака. Два стака я сделаю сейчас. Два стака. Раз, два, три, четыре. Да, сейчас будет крафт. Однотонный, глубокий, длинный и большой. Поехали. Так, я собрал самую лучшую моду. На дробаш. Дополнительные патроны. Осталось собрать фель... А, нифига себе. Неплохо. У меня калаш, можно сказать, уже стабильность полностью будет готова. Так, у тебя наушники? Если да, то, возможно, надо сменить гарнитуру. Причина нарушения соединения какого-нибудь провода. Макс, слушай, нет, у меня не наушники, у меня сабвуфер стоит. У меня сабик стоит. Сам сабик и 8 колонок. Атмосферно дует здесь ветерок, когда бомбит все колонки. О, нифига себе, у меня... А, наколо, два мода собрано. Всего? А чё так мало, пруф? Ну хотя, да, что там? Там, чтобы собрать на ресурсов, ё-моё, вкинуть. Я как бы маг, я проверял сабвуфер на этом, на ноутбуке, я подключал, все нормально работает. У меня, смотри, какая проблема. У меня проблема зависит от Нокса, я так понял. Я на Нокс играю, да, она зависит от Нокса. И когда я играю, у меня вылеты бывают. Вот. Только из-за Нокса. Я фильмы смотрю, ничего такого нету. В основном только я так понял, что это игровые драйвера зацепило. Вот с этими драйверами я и встал. А почему выкидывать с игры, я как бы вообще не вдупляюсь об этом. До этого все в порядке было. Драйвера какие-то скачал, и все, и полетело все к чертовой бабушке. Так, на калаш сдвоенный магазин, улучшенный компенсатор.
114 левел. У меня просто только 4 мода на класс. Слушай, это нормально, вот, что ты говоришь, 4 мода. Это нормально. Сейчас я тебе покажу свои на калаш. Смотри, калашек. Вот у меня сдвоенный магазин. Я могу сделать вот этот, но здесь стабильность минус, да? Это увеличенные магазины есть. У меня барабанный, тоже стабильность. Эти два я буду делать только в конце. Вообще полностью в конце, может быть, когда-нибудь там в будущем. Также коллиматор, урон плюс. И... А, нет, коллиматор. Не-не-не, закрытый коллиматор. Вот этот я делаю. Скорость, конечно, маленькая. Также начал вот это делать. Это двойной компрессатор. Но я сделал вот этот, потому что здесь плюс урон. И стабильность классная. Ну, это для... Конечно же, для рейдов я сделал. Также у меня легкий приклад. Он как-то в начале еще дался. И лазер зеленый. А, ну да. Ну и вот я вот эту вещь делаю. У меня пока что не хватает заводских деталей. Все остальное есть. Драйвера с Алекса Экспо... Нет, нет, пруф, не оттуда. Не оттуда. А ты... Так. Шуруш... А ты про шуршание в игре. Так, Блюстакс у меня такое было тоже. Это только в моей игре. И никак не связано с драйверами. Это баг в самой игре. А почему вылетает? И что мне делать? Вот, например, у меня Блюстакс, да, у меня есть Блюстакс, но через Блюстакс я вообще не могу в игру войти. Я включаю в игру, он меня сразу закрывается. Моментально закрывается. Я не могу войти вообще в игру с Блюстакса. У меня есть Блюстакс отдельно стоит. А, сезон... Ой. Озона. Блин, сезон. Ты что меня путаешь, дружище? Не-не, не сезона, дружище. Так что, ладно, я не переживаю, я обращусь, меня пока не будет дома, так я обращусь, отдам компьютер, пускай сделают. А вылетает это кривая оптимизация, господи, я на одном слове зациклился. Оптимизация, в смысле кривая. Но вылетает почему-то в LDE, дружище, как это понять? Ни в коей никакой игре больше нету вылетов. Вообще нету. Это из-за LDS, что ли, тогда у меня проблемы? Ну, это беда, конечно. А троится звук тогда из-за чего? Если это из одной игры, а что мне делать тогда? Может, к разработчикам спросить у них? Так, Mac. В Блюстаксе почему-то плохой FPS. Есть люди, которые понимают в этом. Вот. Мне маг помогает. Есть такие люди. Так. Чё, мы тут застряли опять, да? У нас бывает такое, что мы цепляемся. Кстати, друзья, стрим не лагает, нормально все. Вот мне сейчас вот что важно, это то, чтобы у меня не лагало сейчас ничего. Потому что что-то у меня сейчас лагает сильно. Нет. Не LDE, у меня не вылетает. А, у меня... Потому что у меня очень сильно сейчас садится. Так, подождите, стоп. У меня брони-то нету. Сейчас бы я с голой жопой туда побежал бы. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Один броник мы берем с собой тогда. Вот так вот. Чтоб он у нас был. А второй мы надеваем. Так, вот так вот. Это надо выкинуть. Это мне не надо барахло. Не буду я таскать. Что у меня с управлением-то сегодня? Что за беда-то такая? Я много раз переустанавливал этот Блюстакс. Все полностью проверял. Все, что там... Короче, какие детали нужны были. Да, там это... Ой, как он называется-то? Производитель OpenGL или как-то так. Короче, я на нижнюю подключаюсь в настройках. У меня перестало вылетать. Ну, не настолько вылетов было. Особенно вчера. Пипец, через каждые 5 минут. Фух, да ёпти-марапти. Я даже ролик не тот снял. Но у тебя симулятор Android на компьютере, а сам симулятор плохо.
Блин. Еще обоссался только. Все, понял. Но все равно эту проблему мне не решить. Николай, приветствую тебя. Всем привет. В игре что-то с управлением. Кнопки сами нажимаются. У кого такая же тема? Слушай, у меня нет такой темы. У меня намного хуже сейчас тема. Это у тебя, наверное, если залипание кнопок, попробуй почистить клавиатуру. Маленькая капля водички, у тебя будет залипание сильное. Тем более, если у тебя клавиатура беспроводная, то да, лучше разбери и почисти ее. У меня беспроводная клавиатура, я купил, и там оказалось пятно воды, ну засохшей, знаешь. Я, короче, почистил, у меня прошла такая тема. Да даже, и, по-моему, и проводная тоже такая же тема будет. Попробуй почистить просто клавиатуру, и все будет нормально. Если нет, то я не знаю, дружище. Как бы так. Ладно, все, как бы я готов. То я немножко уже застрял дома. Подожди, подожди, товарищ. Немножко подожди, мой дорогой. Сейчас. А есть у меня здесь... Нету, да? А здесь? И тут нету. Ладно, пофиг. Фух. Долго собираюсь. Страшно мне. Страшно, очень страшно. Не, у меня Android на те... на телефоне. Ой, слушай, я не знаю тогда. Я думал, ты на компьютере, но на компьютере это сразу понятно, что клавиатура. А так я не знаю, не. Об этом я вообще не знаю. О, нифига себе, тут гранатка есть. Откатилась. Кстати, вы знаете такую вещь, что если прокачать этот... Ой, не туда запихался. VIP. Если прокачать VIP полностью до конца, то он не будет слетать. И также есть там одна вкусняшка, что на рейде можно отправлять вещи намного больше домой. Я узнал недавно. Я хочу эту вещь сделать. Я хочу прокачаться до конца. Я сделаю эту вещь, конечно, чуть попозже. А может кэш не чистить? А, Николай, не знаю. Правда, не знаю. Я с таким не сталкивался, потому что я играю на компьютере. На телефоне пробовал много раз, но как там? Не знаю. Плоховатенько получается. Так, все, друзья, сейчас я буду полностью зафиксирован, потому что мне не отвернуться, не повернуться будет, чтобы не сдохнуть. Не дай бог. Не дай бог. Я таблетки забыл. А я таблы забыл. Ёпарасоте, я таблы забыл. Оружие. Так, расходники. Дайте мне таблы. Блин, тут как-то я многовато табла взял. Мне всего максимум 3 таблетки надо. Все это не надо мне. Дайте мне 3 таблеточки. Я примерно научился, как ими пользоваться. Ой. Ой. У меня живот болит сильно. Все. Поехали. Это третий заход на второй этаж. Один раз попробовал, теперь меня затянуло. Второй раз было тяжеловатенько. Там одни эти штурмовики были. Беда тяжелая была. Открытие дверей.
У меня этот недоделан, даже вообще не сделан, по-моему, это он, да, открытие замков. Я вообще даже не начинал его делать. Надо, блин, надо, наверное, сфотографировать, да потом сделать как-нибудь. Что забываю про него все время. Не доходят руки никак. Сейчас, ребят, подождите минутку. Сейчас я на телефон вот так вот сфотою. Опа. Чтоб у меня было. Я потом тогда на компьютер скину. Все будет нормально. Так, я один убил слепого. Теперь бомблю его почти по откату. Да, слушай. Но слепого я сейчас не так часто хожу. Я копил огнестрел. Вот. Мне сейчас огнестрела не хватает. На третий этаж, кстати, после того видосика, когда вышел бункер Браво. Второй этаж, когда зачистил, я третий этаж попробовал. Я четыре раза откис. Да ну нафиг. Опять такая же фигня, как и до этого была. На втором этаже застрял, также теперь на третьем. Не, пока на этот не пойду. Ну что, все готовы? Что мне так пролагивает сильно, так это пипец. Так, отмена патруля и очистка вентиляции. Система. Кто у нас сегодня будет? Что за беда? Ой, крикунишка. Крикунишка у нас начинается. Сейчас, друзья, пойдем. Так, таблетки я потом в конце начну жрать. Мне бы как-нибудь это все поближе поставить, вот так вот. О, тири-тири-тири, поехали. Здорово, мужчинка! Здорово! Нет, только не кислотный! А чё он меня слышит, персонаж? Да иди ты лесом, блин, бандюга! Блин, да ладно, чувак! А, я успел его убить! Нифига себе, я уже с первым запортачился. Здесь сейчас толпа турелей будет. Я сейчас заколебусь одних турелей убивать. Кстати, в этом месте я в тот раз сдох, помните? На видосике. Я не знаю, как-то получилось, но я откис. Давай, иди сюда, иди, 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 иди. О, штурмовик идет. Так. Ой, сейчас беда будет. Давай этот. Иди сюда, снайпер. Опа. Да. Совсем хорошо. Ну давай, открывай. Гюльчатый, открывай личико-то, ёпарстая. Что с тобой тут? О, молодец. И дери. Ну давай, 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 давай. Некогда мне с тобой тут плясать. Отчепись от меня, чучмык. Так, вот ставим потихонечку. Немножко отхилимся морковкой. Давай только не тупим. Забегаем. Тихо, тихо, тихо. Да ладно, 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 ладно. Успокойтесь, успокойтесь. Давай, 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 давай. Слушай, что-то как-то на еде я все покажу. Как бы нормально. Это жестко, друзья. Это очень жестко. Тяжелый. Нет, в смысле. Штурмовик. Ну, совсем хорошо. Давай, 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 беги, 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 беги. Так, друзья, у меня сильно вообще пролагивать начало. Надеюсь, у вас там все в порядке сейчас будет. Вообще сильно пролаги такие жесткие какие-то. Блин, это пипец, короче, будет. А, Мак, подожди немножко, я тебе такой. Да блин, да ладно, штурмовик, ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Ну давай, открывайся, придурок. Ребят, по-моему, мне сейчас кирдык будет. О, я думал, сейчас будет жопа. Так, когда плевуны, надо побегать к стенке, чтобы он плевал в сторону стены. Потом, как только плеву... О, нифига себе, дружище, я как бы сейчас это все улавливать в одну свою эту
голову не смогу, как бы у меня и так тяжело сейчас играть, потому что у меня сильно, очень сильно пролагивает. Ты бы, если бы ты это видел, ты бы, блин, понял меня. Так, кто там стоит? А, рядовой стоит. А там что, рядовые только одни? Рядовой, рядовой. А тут левун есть, крикун есть. Короче, все на изи, да, у нас сейчас. Давай, 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 давай. Как бы нормально я прохожу. Ой, у меня уже жизни начали тратиться. Я опять не поставил кувырок. Ну, хотя мне недалеко осталось до этого. Штурмовики. Да, вот штурмовики, они очень сильно напрягают. Это пипец. У меня второй раз такая же тема была. Да, второй раз я ходил, короче. Да это пипец. Ну вот что это такое? Он специально, наверное, это делает. Пока что по одному хп у меня уходит. Ну давай уже открывай, ты придурок. Очко! Ну! Заколебал. Это вообще жесть. У меня жизни уходит. Чувак, давай, ходи, ходи пешочком, ходи. Друзья, надеюсь, вы не слышите, что у меня вообще происходит на кухне. Так, к нам гости приехали. Ядовитый, только не ядовитый. Очень сильно напрягает этот ядовитый. Так, побежали вот так вот. Давай, 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 маленький, давай, 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 давай. Есть одна беда, есть беда бедовая. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Давай, давай, маленький, молодец. Слушай, как-то это все быстро сейчас происходит, намного быстрее. Хопа. Намного быстрее, прочнее, лучше, прочнее. Короче, все в кучу взято. Связано, на таблетку уже жрать. Ядовитый, да блин, ты заколебал. Ну давай, 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 давай. Молодчинко, просто молодчинко. Ну что, у меня осталось совсем немножко. Есть одна такая беда, то что у меня уходит жизнь. Воу! А в смысле у меня так быстро жизнь стала уходить? Да, сейчас будет беда, наверное, у меня. Но до главаря я надеюсь дойду. Давай ты уже сдохни, ёпарас, и ты чё, бессмертный что ли? Эмочки быстро летят, эмочки быстро шуршат, эмочки быстро идут. Давай! Даже добежать не успевает. Штурмовик, давай, давай. Нет. Только не надевай, пожалуйста, эту штуку. Давай, 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 кислотного. Да блин, ну, ну дружище, ну пожалуйста, ну дай тебя убить. Давай. Очень сильно, друзья, это очень сильно. Тихо, 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 тихо. Чё у меня так жёстко с жизни падает? Давай. Да блин, давай ты уже. Ну, пожалуйста, ну. Ё-моё, сейчас будет тяжело, наверное. Я не смогу главаря, скорее всего, убить, потому что, во-первых, жизни у меня падают, а во-вторых, у меня огнестрел закончился. Принимаем таблетку и пошли. Воу, друзья, это вообще жопа. Ну еще разок я, наверное, уже не смогу попробовать зайти сюда. Восемьдесят хп. Я съедаю аптечки вообще моментально. Все. Все, что я смог сделать. Это пипец какой-то. Так, лучше в бро... В браво брать глок. Ну, дружище, мне поскорее бы их убить бы. Здорово, здорово, здорово. Было 305 подписчиков, стало 306. Спасибо за подписку, дружище.
После бункера Браво покажи ID, пожалуйста, я кину заявку в друзья. А, ID 4 девятки. Я пытался, друзья, как-то пройти его, но, увы, если еще раз проходить, мне нужна еще компания Эмок. У меня Эмок больше нема. Жестко, блин, получилось. Обидно, конечно, что в третий раз, короче, не получилось зачистить меня. Что-то сильно очень сегодня как-то лагаться. Тяжело. Грохнули меня. Покажи ID. У меня 4 девятки ID proof. У меня легкая этот ID-шка. Я не знаю, как я так попал. Возвращаемся обратно, короче. Ну там будет, наверное, дорога к Сочи. Мне не победить его. Там у главаря попался кто у нас? Плевун ядовитый. Он меня очень сильно бесит. Потом попался этот Крикун, по-моему. И штурмовик. Я из-за штурмовика не мог нифига никого убить. Он сильно мешал, штурмовик тупой. Как это все работает с этим штурмовиком? Беда. Добавляйтесь, друзья. Я не против. Добавляйтесь. Да я и без пожалуйста тебя добавлю. Подожди, сейчас загрузочка у меня пройдет. Так. Ты заявку кидал? А куда ты кидал? Где заявка? Я сегодня случайно двигатель нашел. О, слушай, это респект. На разборку или на улучшение чопера дай. Я уже кинул заявку. А ты куда кинул-то? Где она находится? Добавить друга. Я могу тебя добавить. А куда ты мне кинул? У меня нет ничего. По идее, тут синий кружок должен появиться, если ты мне кидаешь. У меня нету ничего. Ой. Сейчас заново. Попробуй. Тут Николай тоже в друзья добавился. Вот, который вы видели, да? У меня в друзьях человечек есть. Вот. Он тоже не мог нифига написать, короче, я только его смог добавить. Если что, пруф, скинь свой этот. Подожди, 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Все, я побежал. У меня быстро это все. У меня трупак там валяется, просто трупак надо забрать. Обидненько как-то, обидненько. Второй этаж в минус. Я кинул. Кит-кат. Я в детстве любил такую шоколадку. Открой ник. Сейчас Мак, подожди. Сейчас загрузка пройдет. Ну давай ты, ёпки-марапки. О. Ёпки-марапки. Так, это мы забираем. Опа. А, вот так будет удобно. Ну вот, профиль. Пожалуйста, смотрите. Застекать. Записывайте. Моих братанов жр... Да я в детстве кушал, дружище. Сейчас шоколад не очень. Только горький обожаю. Сладкий белый вообще ненавижу. Он какой-то, ну такой для меня, он приторный, что ли. Черный сладкий, так себе иногда могу съесть. А в основном я дольки 2, 3, 4 ем на ночь. Каждый день. Ой. Кинул. Смотрите. А, так, кинул. Пруф, у меня нету ничего. Куда смотреть состав? У меня нет ничего. Друзья, нету, видишь? У меня нету, ты что-то мне ничего не пишешь. Кинул. Плюс белые... А, подожди, я проворонил. Плюс белых ненавижу. Слушай, да, белые вообще. Пруф, дай мне свой ник, пожалуйста, и номер. Чё вы там не можете мне? Красная, ё-моё, радиация. Красная, я не пойду туда.
Я авк сдох от голода, так ты, дружище, выбирай или стрим. Не ругайся, не ругайся, не надо, не ругайся. Или стрим выбирай, или, конечно, игру. Хотя можешь все в одном. Все, минус. Минус ББ сегодня, друзья. Володь, открой, возможно, добавлять... Чего? А, подожди, да, слушай, подожди, да, это в настройках. Сейчас. Точно, может быть, это в настройках. Подожди, так, открыть все приложения в друзья. Ой, ё-моё. Отклонить все при... Ё-моё, друзья, да, Еще раз отправляйте, ребят, у меня настройки, блин. Отправлять все приглашения в группу, отключать все приглашения в клан, вот группа и клан. Все. Пруф, китка, давайте еще разочек. Блин, я забыл про эти настройки. Глупо, башка, дай верешка. Дай пирожка, верешка. Ну что, берем тогда калаши. Что странно, у меня сегодня все так работает, странно очень. Что-то готовился, по-моему, с 2 часов дня, а все равно такая жопа получилась. Сейчас, подождите-ка минутку. Может быть, у меня кое-какие программы включены. Ой, сейчас. Все, пруф, приветище. Да, у меня кое-какие программы включены еще. Да, пруф, сори, я забыл про настройки-то. Ну вот, теперь можно быть на связи. Я иногда в офлайне играю. Так. Ой, нифига, ничего себе. Мак, о, тири-тири, дару вити. Ничего себе, привет. Ребят, только давайте не будем сейчас приветкаться, хорошо? Пожалуйста, не надо этого писать, ничего. Так, морковочку я здесь оставлю тогда. Таблетки я тоже здесь оставлю, но потом. Давайте сетик тогда тоже здесь оставим, пускай он здесь остается тогда. Эмочки, все остальное я заберу. Это мы тоже все заберем. Надеюсь хотя бы сектор сегодня пройти. Не весь, но постараюсь пройти. Да что ж такое-то, отрыжка какая-то тупая идет. Я грейт. Ага, а что не киткат? Я думал, киткат, подвел ты своих братьев. А чё у меня музыки здесь нету? Ой, я и звук отключил. Это без музыки как-то тиховато слишком. Давайте хоть пускай музыка какая-то орёт. Я вот все ожидаю 1000 подписчиков, и потом, друзья, у нас будут и музыка, и всякая вкусняшка. Мне самому скучно без музыки. Я недавно такой ник сделал. А-а-а, во как. Понятно. А я год играю. Дружище, я играл уже, если все в кучу собрать, то 3 года. Если все в кучу собрать. Ой. Чё я все время в этот чоппер смотрю? Чё за беда? М-ки надо закидывать тогда на переработку. Они нафиг не нужны уже, они ломаные. От них толку никакого. Тогда берем калаши и пошли в бой. И мы пойдем с тобой то в бой. Сколько у нас калашей получится сейчас? Ну, калашей-то у меня намного больше, чем всего остального. Один к подписчиков, ты уже бабки. Да не, что ты тут наговариваешь, дружище? Не. Так, подожди, блин, запутал меня. Сколько калашей хватит хотя бы максимум 2 пройти сектора? Сектор А1, сектор А2. Ты сейчас куда? Сектор будем чистить. Лаборатория.
Я отправляю сейчас туда, потому что ББ у меня уже все запортачено. Я думал, мне эймок хватит. Мне бы эймок хватило бы, если бы не было жестких лагов. Хотя можно, знаете что, битрейды повысить, но мне придется стрим выключить. Блин, мне бы столько калашей, ББ. Макс, слушай, нифига. Не, ну калашей, да, тут немножко калашей у меня. На секторе я давно не был. А я не знаю, KitKat, ничего про это. Я не, знаешь, не знаю вообще. Я не за того, чтобы бабки зарабатывать, да, я хочу просто нормальных людей найти и все. Вот так вот. А для 1К мне нужно это. Как оно называется-то, ёпки-марабки. На языке крутится, а сказать не могу. Ой, как они называются-то эти? Права-то, права-то, права. Ёпарсите. Ладно, вспомню, скажу. Название забыл. Так, калаши у нас такие будут. Поехали. Я не знаю, откуда у меня столько калашей. Потихоньку я собираю, конечно. Это, наверное, когда мы ходим на этот, на рейды. Если что, в четверг мы проведем такой же стримчанский наподобие, который у нас был, по-моему, второй, третий или четвертый. Я уже забыл, какой именно. Где мы ходили на рейды. Потому что антирейды у меня очень мало. Да, авторские права, да. Это авторские права на музыку. На MP3 музыку. Сейчас я могу ставить, но не всю, потому что авторские права ругаются, и я могу получить как сказать-то? Ёпти-марапти, на языке крутится. Что со мной такое-то? Я весь расклеился из-за этой проблемы. Так. Что такое? А, не-не-не, мне нужен зеленый лазер, мне не нужен красный. И последний калашочек. Калашочек последний. А, не бан, не бан. Предупреждение, предупреждение. Там первое и второе предупреждение, потом бан. Да, потом уже блокировка аккаунта полностью будет. Этого я не хочу делать. Вот, и как-то без предупреждений я потихонечку уже в течение год с копейками работаю. Стримлю, не, стри, стри, а стримлю, стримлю, а когда? Стрим первый у нас был, когда, кто скажет? По-моему, когда первого дня вышел канал. 7 октября. По-моему, так как-то. Блин, аптечек так много ушло, это жаско. Жалко, жаско, и жалко, и жестко. Раз, два, три, раз, два. Блин, не знаю, стоит ли мне вообще аптечки туда брать. О, нифига себе. А как? А что у него там случилось? А ты через ком? Да, я через компьютер. Я через компьютер. Через телефон мне неудобно. А планшетика у меня нет. Нифига себе. Ну, оставайся с нами. У нас стримчанский каждое воскресенье выходит. Сегодня фартуха. Блин, стою тыркой, я уже все сделаю, блин. Вот тетя, да. Тинь-тири-тири-тинь-тинь-тинь. Так, это сюдымба, это сюдымба, это сюдымба. Возьмем чуть побольше. А, и сетик, сетик, дайте мне. У меня один сетик сейчас трюли-люли-вали-вали будет. Можно этот даже сетик взять, как бы он помощнее будет.
Давайте так и сделаем. Вот так вот, опа. Не жалко. У меня, по-моему, на почте еще парочка есть. Угу. Пешком пойдем. Так. Я пошел в красный лес. Забыл. Двигатель еще. Дробаш нашел. О, это мощно, кстати, дробаш. Да. Я бункер альфа. Вот третий этаж чищу. Второй, третий этаж без активации протокола. И нахожу до 6 глоков. Ломанный, правда, но там они есть, плавают. Это вещь, если глок найти. Поздравляю с модом. Ой, да что ж такое-то? О, нифига, все опустошили. А, ничего себе. Так, сколько нам надо-то этих? Волокна-то сколько нужно? А у тебя рейды уже есть? Да, конечно, давно, ты что? Рейды со 150-го левела, у меня 209-й. Я уже давно уже делаю рейды. Но у меня не так часто попадаются антирейды. Так, зеленые и синие. У нас синий. Блин, у меня синий один, зеленых 22. Брать, не брать зеленые. Я не буду брать зеленые. Нафиг они не нужны. Так, соберем так, так. Сколько надо, друзья, вот этой фигни-то? Водоросли. У меня нет. А у тебя какой левел? Сколько надо-то, блин? Я не хочу брать перебор. По-моему, 8 штучек надо на один этаж. Или 4 штучки на один этаж. Как-то, блин, я не помню. Ладно, давайте возьмем 4, если что, сбегаем. А, ну да, тебе еще качаться, дружище, надо. 70, 80, тебе долго еще. Вау. Считай, если 80, то 70 надо. Камушек есть у нас? А, песка нет. Да. Это не вариант. Был бы, так ты уже давным-давно он бы уже бегал бы на рейды. Я, кстати, открыл эту вещь. Я не помню, показывал я вам или нет. Здесь можно выращивать водоросли. Дверь какая-то странная. Вот. Только, правда, для начала надо эту ферму водорослей собрать. Но я как бы не вижу толку здесь. Да, тут два насоса уходит у нас. А, ячеек питания есть. Да, ячейки питания, а не ячеек. Как бы это все есть дома, барахло. Полностью все есть. Надо как-то собраться и это все сюда притарабанить. Вот, я вот про этот верстак вам говорил. Смотрите. Это модификация оружия. Почему у нас не такой этот станок стоит дома? Станок бомба просто. А, это норм. То, что у меня за один день... Не появился торговец. А, слушай, я не знаю, почему торговец. Обнови игру. Просто обнови игру. Торговец. Так, торговец. Торговец, по-моему, появляется через каждые 24 минуты на территории. Куда здесь бежать? А, дринда-да. Я не взял топора, блин, как всегда, я забыл. Туда нужен топор. Ну что, сколько тебе надо-то? 4 хватит? А, 8. 8 надо, значит. Ладно, не беда. Давай 8 притарабаним сейчас.
Сейчас еще 4 штучки и пойдем. Навернем их всех налево и направо. Четыре штучки возьмем. Правда, там потом надо будет еще брать 8 штук или сразу заранее взять. А, не буду брать ничего заранее. Потому что мне надо будет таскать там барахло. Там же барахло будет у нас выпадывать, и мне надо его таскать будет. И в инвентаре и так места нету. Так, торговец приходит или через радио, либо когда сливаешь энергию до 130 единиц. Ой, опять вылет, да ёпара СТ. У меня такое чувство, что компьютер перенагревается, но хотя этого не может быть, потому что он новый, как бы. Ничего такого сильного у меня на компьютере нету. У меня максимум только 2-3 игры. Ну и программы. Да, слушай, не отвлекайся. Если стрим идет, то просто слушай и все, и не переживай, все в порядке. Подожди, в смысле, в друзья добавь, я выше написал. Сейчас, подожди, так, а это кто у меня? А, Николай. Сейчас, подожди минуточку, выше, так, можешь, конечно. А ты где выше написал? Что-то я, молясь, не вижу этого. Николая нету. Давай, я выше написал. Нету, Николай, еще разочек можно? Нету, ничего нету. Эти вылеты сейчас заколебут. Чек не ЛС в игре, а в игре. А, в игре! А в смысле? Во, видишь? Вот. Сейчас я тебя добавлю, подожди минутку. У меня прогрузка пройдет. Если голда есть, сохранишь. Много хила и брони. Ворот. Так, подожди, сначала давай я человека добавлю. Мира, у тебя с большими буквами, да? Ой. Так, и что там у нас? 78-68. А ты не в сети, Николай. Ты что не в сети-то? Как я тебя буду добавлять, если ты не в сети? Заходи в сеть. Как будешь в сети, напиши мне. Потому что я отправляю, но не могу нифига отправить. Нету ничего. Энергия у меня 7. Я иду пешком. Тири. Ну ладно, чё. Давай пообщаемся, чё. Нифига себе, тебе далеко топать. Так, я закинул. Давай, заходи, Николай, тогда это я сделаю и пойду сразу чистить, потому что потом я отвлекаться не смогу. Потом трудноватенько будет. Давай, заходи тогда, добавлю. Proof, мне надо активировать эти, как эти, двери, эти, комнаты нужно открыть сначала, вот это мы сделаем, а у ворот я уже на второй возьму, потому что сейчас мне это не надо.
Кстати, насчет особняка-то, друзья, что вам? Не понравился видосик, что ли? Это Браво? Нет, это не Браво, Киткат. Это сектор. Сейчас мы идем на сектор. Я один раз зачищал полностью весь сектор. Полностью с первого сектора по четвертый. Но не трогал боссиков. Потому что с боссиками я пока что не дружу. Так, я не видел. Лучше сначала у ворот. Ну давай, у ворот так у ворот. У ворот, поворот, с поворота на у ворот. Хорошо, давай. Второе тогда возьмем это. Потому что мне нужно открытие замков. Там. Да, боссики здесь, например, боссики для меня очень жесткие пока что. Я их не трогаю. Я один раз попробовал. Больше не хочу. Я сразу же сдох. Николай, ты вошел в игру? Так, где ты мне писал? Еще разок попробую. Добавить друга. О, заявка о дружбу отправлена. Принимай. Один раз пробовал и... Да, здесь тяжело. Ну что, готовы? Я-то как готов, это вообще жесть. Хотя калаши тратить на сектор, не знаю, как-то так себе. Поехали. Поехали за орехами. Как что это такое вообще? У ворот восстановление. Так, железная голова, крепкий иммунитет. Ой, пропуск, да ладно, пропуск, я пропуск нашел. А, сразу же пропуск нашел, бомбезнул. Все, ура, я в лес перебежал, пойду зачищать. Иди, не отвлекайся. Пропуск, пруф. Блин. Второй шанс. Так, палач. Что вообще дают, если выше здоровье ниже... Если ваше здоровье ниже 5%, вы можете частично восстановить его, убив тири-тири. Фигня, конечно, полная, но противник со здоровьем меньше 15 получает. Ага. У вас. А, это вот эта фигня вообще бестолковая. Так. Противник в ближайшем бою. А где этот ворот-то? Первый удар, дробящее оружие. Нету. Убийство противника восстанавливает вам. Тут сколько? А, вон. Вот это, да, противники могут по вам промахнуться. А вы можете пользоваться оружием, способностью чаще. Удитири, противники игнорируют вас, пока не начнете их атаковать. Если не пройдете слишком близко, а не подойдете. Действует босса. Пруф, это этот уворот, да, у нас? Надеюсь, это этот. Да, принимаешь. Мы принимаем тебя, наши роды. А, уже открыто. Заколебись. Пока открывал, пока доставал, я еще и пить захотел. Опа, глук. Глук, глук. В смысле, калаш в упор не попадает? А, ну хотя, такую беду мы уже знаем об этом. Зеленый колтон.
Надо было, знаете, что взять мне? Мне надо было взять оружие ближнего боя. Потому что это сейчас нифига не выгодно. Чё мне так лагает? Надеюсь, на стриме нифига не лагает, потому что у меня сильно вообще жестко как-то пролагивает. Нет, я что-то не вижу, что пролагивало. Чего? В сундуке ВВС? Я первый раз тебя вижу, слышу такое. Ситель Спорс. Не-не-не-не-не-не-не. Я не вижу вообще нифига. Давай, вали одного, молодец. Так, я остался голый, да, я так понял. Да давай, ты вали ты уже, ёпера сетэ. Он в упор стоит. Да, в упор с калашами будет трудноватенько, по-моему, мне так кажется. Я давно же здесь не был, так. Руки трясутся. Ёпт, дыши, как это? Ты-то отвай, кривай, пожалуйста. А, во снах. А, ну ладно. Чё, бывает. 22, у нас тридцатник есть уже. Не знаю, для чего эта штуковина мне не нужна. Ну, глоки почаще падают. Глоки, дружище, почаще падают. Глоки пригодятся тебе, глоки пригодятся тебе. У нас эти шаркуны появились как-то недавно, но они, мне так кажется, что они бесполезные вообще. Эти шаркуны, шаркуны, шаркуны. Что там, опять кислотный? Да ты заколебал, товарищ. Ох, где красота. А чё, в смысле два крикуна? Два крикуна, друзья, да блин. Так. Yes. По-моему, я разобрался с ними. Кто такой Шаркун? А ты видел такой здоровячок ходил? Это Шаркун. С такой кувалдой. Если попадется, я тебе покажу еще разок. Он такой с раковиной. По-моему, с левой стороны или с правой. Пруф, спасибо. Жук. Так, калаши потихоньку летят. Летят как ласточка. Я только сейчас увидел. Но они были. Я не помню. По-моему, на каком-то маленьком обновлении у нас они были. Шаркуны, а теперь они полностью добавлены сюда. Эти ворота я потом все пооткрываю. Сейчас не буду этим заниматься. Когда кислота вот эта исчезнет, потом откроем. Давай, 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 давай. Блин, вот эта кислота так вообще не кипит. Блин, чувак, иди ты в баню, а, чувак, иди ты в баню. Все, нормально. Я разобрался. Давай, 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 давай. Так, подождите, а я что, две карточки получил? Это бомба. Хи-бомба, хи-хи-бомба. Прохожу красный лес, тот самый бананчик.
который проходит лабораторию. У меня тут, если честно, друзья, на столе лежит котик. Вы бы видели, какой он президент, это пипец. Блин. А когда зевает, так у него жесть, как изо рта вонят. Пердун мелкий. Так, или вроде 14, подожди. Подожди, чё, где, чё, там, как? Да, они были на каком-то обновлении, вроде наемники, где надо было ловить зомби. Нет, помнишь, где была локация, я не помню, старая деревня или старая ферма, нет, не ферма, деревня, наверное, где рыба-то у нас это еще, рыбалка-то была эти, я не помню, как рыба называется, у меня есть этот окунь, гнилой окунь или как-то так называется, у меня есть он еще до сих пор. Ой, только не живодер, да ладно, только не живодер, все что угодно, только не этот товарищ. Блин, он меня сейчас заколебет этот товарищ. Все, удар прилетел. Промах? Ты себе жестко как? Фига себе. Офигенно. Фу, что-то куревом завоняло в комнате. Фу. Что так воняет? Ой-ой-ой. Ти-ти-тири-тири, я успел сбежать. Я успел. Слушай, у ворот мощная тема. Это вообще бомба. У меня один калаш съехал. Хе, у меня такое чувство, что мне калашей надолго хватит. Вот первый боссик у нас находится, но с ним драться я не буду. Я уже говорил. Или у меня стрим лагает, или у тебя. Походу у меня. Почему не воин из-за угла? Мак, я не взял вообще ничего. Понимаешь, я взял сюда калаши, я ступил. Я знаю, что надо было и воин из угла делать. Я сглупил, ступил, так бы взял бы этих оружие ближнего боя, так бы нашлепал бы сейчас. Я ступил, я что-то забыл про это вообще. Я давно здесь не был в этом секторе, вот и вот так вот. Киткат, обновись, но по-моему это у меня лагает, а не у тебя. Это по-моему у меня лаги. Потому что я играю, мне тяжело бегать, у меня какие-то такие провисания идут. Мак, у тебя ничего со стримом? Все в порядке? Нормально? Потому что у меня, ну, у меня сильно пролагивает. Я даже вижу это. Надо исправить. Вон Шаркун. Киткат, смотри, вот Шаркун стоит. Вон, видишь? Вот это Шаркун. А, правая рука как кисть. Но ее можно оттяпать. А, Николай, спасибо большое. У него вот эту руку можно оттяпать катаной там, по-моему. А, по-моему, только катаной можно. Кроме этого. Как там, мачете. Мачете я что-то ни разу ему не оттяпывал. Поехали лупить его. Но он такой, знаешь, он медленный, этот Шаркун. Сколько он бьет? Ну-ка. 9 одной рукой. И, по-моему, этой культяпкой он неплохо забирает. 15 или 18 копий он берет. Так что на расстоянии можно его клюнуть. Колкнуть. Убить, короче. Ой мой, край туда, господи. Короче, я запутался, какой красавчик. Спасибо, если ты про меня говоришь. Привет, Сергей, привет, теще. Ёпар СТ, я столько времени стоял, в итоге, блин, провоняронякал. А чё делает ученый, интересно, вообще? Ой, не. Нормально. Слушай, у ворот вообще отличное дело. Вообще. Только, правда, у меня бронь ломается. Вот это беда. Ладно, если что, еще одну достанем. У меня есть на почте. Я про Шуркуна. Ну, все равно. Спасибо, Антос.
Да блин, заколебало опять меня, обхаркало всего. Не понял, а где я сундук видел? А, он там дальше. Он немножко дальше у нас там. Кто у нас здесь? Кислотный, блин. А там кто дальше стоит? Снайпер, что ли, стоит, да? Блин, я там дальше не вижу. Ладно, сейчас видим. Поехали вот на это открытое место. А, нет. Да он заколебет сейчас. Да ладно, товарищ, беги, 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 беги. Да ты заколебал, сдохни ты уже. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Отепись от меня, вонючка. Бинго. Просто бинго. Я просто его бинго. Отбинго. Со стрима все окей. Я на ферме занят. Долго могу не отвечать. Окей, Мак, не переживай, все в порядке. Спасибо за то, что ты вообще присутствуешь. Имба, рюкзак. А где ты рюкзак достал? Я тоже хочу. А, дружище, ты насчет скина рюкзака или сам рюкзак? Если сам рюкзак, то я получал его на этом... Блин, как у вас? На сезоне. От сезона слишком много рюкзаков попадается, и они вот все на почте лежат. У меня 12 штук. Но иногда бывает, что я их теряю. Давай убьем... Не-не-не-не, Сергей, не-не-не-не. Не, успокойся, давай без боссов, без боссов. Это все сделаем попозже, потом. А, скин? Ну, скин, да, скин у меня тоже. Если, по идее, если хочешь скин, то в кратере можешь купить за денежку, конечно, за наличную денежку, да. Если так, то жди сезона, на сезонке получишь. А на мне сейчас у меня такой же рюкзак есть. Привет, 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 пупсик. Пупсик, че у тебя там с Авой? Так, идем сейчас, кислота отойдет. Все, отошла, надо бежать. Бежать, а то опять проворонил. Люблю я тут проворонякивать. Да блин, только не кислотный. Так. Давай. Сейчас плевать будет. Как я угадал. Давай, беги уже. Смех. Он не успел. Слушай, да, вообще офигенная. Я сначала не понял, кто улыбается. Ну что, 17 подняли с сектора А1. Сейчас будем сектор А2 бежать. Так, что у нас здесь? Кислота. Отличная тема. Трубы, кстати, трубы я все поудалял уже полностью, потому что трубы мне нафиг не нужны. У нас две... А нет, одна закрытая дверь. Сейчас будем пропуск искать. У тебя есть спонсор? Нет, Сергей, у меня нет спонсоров. Пойдем сейчас тогда сходим за этими, как они, водорослями. 8 штучек нам надо. Нету, Сергей, нету. Сообщение удалено отправителем. Спонсоров никаких нету. А с кратера скин тот. Модер. Нет у меня модеров. Я пока без модеров. Че, у меня только начинающий канал. Куда мне модеры-то? Удачки, бро. Сергей, спасибо большое. Можно одевать в пустоши. Да, там можно просто надевать в пустоши, если они у тебя есть. И все, и ничего не надо. Так, что я сюда? Я не сюда побежал еще.
Здравствуй, добрый друг мой. 8 штучек дай мне. Так. Опа. Ну, 43 у нас получается. 43. Да. Тогда еще 7 штучек, и мы откроем. Я не знаю, конечно, для чего мне эти трубы все. Вообще без понятия. Я уже больше половины удалил просто так. Мне нафиг не нужны эти трубы. Как-то это бесполезная вещь. Да, забрал Сергей. Так, забанили меня 13 лет. Так, подожди, стоп, я немножко пропустил. А в ВК... Соединюсь. В ВК, да, присоединяйся. А в ДС не могу. В ДС... В ДС Дискорд у меня есть, но я не так часто бываю. Там я максимум, наверное, не знаю, врать не буду, но я не часто бываю там. У меня есть ДС, у меня есть сервер свой, но я не бываю там, друзья. Может быть, когда-нибудь в будущем, если время будет побольше, я буду туда, конечно, заходить. С Хэллоуином, да, я забрал уже полностью. У меня видосик есть, видели, по-моему. Я не помню, какой у нас был. Не помню. Так. Все, нормально. Поехали в третий этаж. Стало скучно в пустоши, теперь я задрал в кратере. Слушай, я тоже сейчас в кратер хочу перейти. Я вчера начал в кратере уже играть, но у меня вылет, в основном вылет полностью с игры. Мне это напрягло, и я пока что не буду туда заходить. У меня проблемка сильная. Если хочешь услышать насчет этой проблемки, перелистай стрим назад, и там все есть. Вся информация про мои проблемы. Так, а че, какой хер я сюда пришел-то? Ой, дурак. Я не туда спустился. Суспекс играл еще. Да, вчера играл целый вечер. Я одну сохраненку потерял. Я забыл авторизоваться в Фейсбуке. Я потерял. И вчера дубль 2 сделал. Если что, видосик сегодня вышел. Ну, там видосик такой. Не скажу, что суперский был. Так, давайте мы найдем сейчас... Ой, пропуск. Сразу же пропуск выпадает. Это хорошая вещь. Пропуск я забираю. Угу. Заколебись. Просто супер бомба. Я не до конца все там дозабирал. Сейчас заберем все полностью. Я все сделал, все скачал, вот. Так, подожди, стоп, я могу так, да, блин. Это-то, вон, видите, кислота сразу же отключается, и здесь намного проще сейчас будет проходить. Вот только, ой, меня раздели, ой, меня раздели. Чучмек меня раздел. Вот обезьяна-то тупа, блин. Ладно, не беда, давайте сейчас достанем броньку. Как бы бронька-то у нас есть, экипировочка. Можно даже вот эту броньку взять. Вот так вот, хопа. Так вот будет топчик. Здесь вот так вот наденем, и будет нормально. Надеюсь, друзья, вы не слышите, что у меня находится сейчас, происходит, точнее, в кухне. У меня там беда. Все уже кривые, ее просто сидят. Очень сильно мешает. Так, какой перс теперь? А, Сергей, ты про что? О, здорово, я с телефона зашел. Егор, приветствую тебя. Привет, приветище. Я на 100% уверен, точно твои видосы топ. А, KitKat, спасибо. Смотрю с телефона и компа. Нифига себе, ты что, меня в двойном виде меня слушаешь? Респект. Блин, тут только толстяк стоит, но не факт, что он даст талон. Давайте откроем все. Лежать-то будет, нет? Ой, так он завонял, блин, да ладно. Да блин, да ладно, чувак. Ну давай, прогуляемся заодно с тобой до конца, мне все равно в ту сторону топать.
Я уже нашел ящик, сейчас открою. И если что, на ферме. Успехов тебе на ферме, да блин. Дала у меня карточку, правда, вонища такая на все. Чатик оживает, ребят. Спасибо всем. Так, после 15 сезона есть и который за лабораторию тоже. Это про что ты? Скины. Ну, скины у меня, да, есть. Я вот только сейчас в 17 сезоне скин не получил. Жалко, конечно, было. Не знаю, как это происходит. Это кто такой? Он так в стенке стоит. Мощнявенько. Пойдем откроем тогда вот этот стеллаж и откроем сундук. Бункер Браво — это самая тяжелая, Сергей. Самый тяжелый — это бункер Браво для меня. А, так, подожди. Какой перс у тебя? Это в суспекции. У меня перс там... Я не знаю, какой там перс. Я сегодня играл за одного, а в игре был другой. А как это все работает, я что-то не въехал. А бункер Браво, да, это все. Это для меня жесть пока. Бункер Браво на первом месте. Самое тяжелое. Так, еще одна зеленая карточка, и мы получим сундук. Еще одна зеленая карточка, мы получим с тобой сундук. Там вроде остался один день, и я один калаш успел урвать. Ну, хоть что-нибудь. Ну да, что, калаш хорошая. Лаборатория, да, лаборатория очень легкая. Лаборатория очень легкая. Да блин, чувак, ты хватит пить-то уже, а? Ты сейчас всю воду у меня вытючаешь и все. Чем потом будем с тобой пить? Хотя мне теперь эти газовики ведь пофиг теперь. Они как бы мне такого страшного ничего не сделают. Сеятель. Ученый. Вот, блин, вот что мне не нравится, это вот этот живодер. О, все, попал. Пробил паразит, блин, меня. Так, стоп. Это тупик. Давай, 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 давай. Черт, я чуть не сдох. О, нифига себе, 10 хп. Ну давай, давай, хорош уже, алло. Нифига себе, столько хп улетело, никуда. Так, ну как, легко. А, для меня вообще нема. У меня огнестрела мало, брони только один ящик. Я покину чат на минимум 3 минуты. Да, блин, не переживай, дружище. Чат ничего никуда не денется. Так, Сергей, я смотри, ты играешь за одного чела. В этой катке есть чувак с таким же персом. Меняется. А, нифига себе. То-то я думаю, как это так может быть. Все, понял. Понял, понял, спасибо. А то я, блин, сижу, понять не могу, как это может быть. Я беру одного, у меня другой становится. Топ-ящик можно открыть уже. Все, понял, Сергей, спасибо тебе. Кстати, как будешь играть? В друзья надо как-то добавиться. И можно на одной карте поиграть. Я сегодня с ребятами играл. Мне понравилось. Там двое на двое как-то бегали по карте. Прикольно так. Я посидел немножко. Ну, как немножко. Где-то максимум 4 часа 5. Я залипаю очень сильно на эту игру. Так, Сергей. У меня два Сергея, да. По фамилии не буду никого называть. Просто Сергей. Кстати, хорошо, что скин не забрал. Но... Чего? Малый капец, короче, я не знаю, что за слово у тебя, даже на макс графике. Ну да, я на минималке стою, потому что у меня сейчас пока проблемы. Минималка вот так вот будет. Может, так не будет лагать? У меня сжимает сильно, сильно сжимает игру. Вчера не было такого, сегодня вообще еще хуже стало. Вы про что? Пупсик, мы про игру. Есть игра Suspects. Это особняк. Блин, особняк. Особняк.
Где-то записано, забыл, как называется. Особняк, короче. Онлайн-особняк. Интересная игра. Та не лагает. Та не лагает. Это, короче, я не знаю. Да ладно. У вас не лагает. Меня неплохо прожимает. Киткат с возвращением. Какой скин? Скин, слушай, у меня... Блин, у меня... Черная птица, короче, с тыквой на голове сейчас стоит. Вот такой у меня скинчик. Не видно. Ну ладно, 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 ребят. То, что не видно, что лагает, это респект. А я не понял, а где чувак стоял? Помните? В стенке какой-то стоял. Там дальше что ли? Так, крикунчик, здорово, поехали. Диггернаут, да ладно, джаггернаут, не диггернаут, да ну нахер. Этот чувак бронированный, ребята. Ой, да еще кислотный чувак. У меня проблемус, у меня проблемус. Давай, 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 надо как-то, надо, надо, солнышко, надо, давай. Диггернаута, давай. Гна, еще и кислотный, да ну нафиг. А ядовитый, это не кислотный, не просто кислотный. Это, друзья, ядовитый. Я как-то потихонечку спасаюсь. Конечно, пруф, спасибо тебе за подсказку насчет промахов. Так. Я справился, я, друзья, справился со всем говном. А где крестик? Не понял. А что за беда? А мне не дали нифига. Как это может быть? Хм, странно. Так, но редко плюются двойники. Скин очень маленький. А, мыльный, ёптер, если ты. У меня глаза разбегаются даже. Да понял, 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 Сергей, понял, понял, понял. Что-то мне крестика нифига не дали. Ученый. Ну это бесполезный ученый какой-то он. Он даже до одного. А почему крестика-то не дали, не понял. Мне даже талоны, ой, карты не дали никакой. Нифига себе, это неинтересно так. Много калашей уходит. Ой, тетери, тери, подрывник. И подрывница. Да ну нафиг, еще этот придурок, плювун. Ядовитый. Я пока отбегаю, еще пока что успеваю. А подрывник, это что за подрывник? Он взрывается что ли или что? Тихо, 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 тихо. Да, он взрывается. Он взрывается, он взрывается. Ядовитый козёл. А-ха-ха-ха. Нормально, справились. Как четко у нас уходят калаши. Интересно сегодня прохождение. Так, а грабь там броню. Так, ты о чем, Киткат? Там делится тот самый чел, который говорит 6 терминалов. Да-да, не знаю, о чем речь сейчас идет. Мне дали крестик. Ёлки-марапки, какая у нее толстая жопа. Какой толстая жопа у нее? На что я смотрю, не понимаю, никак не пойму. Но броня какая-то здесь вообще мощная. Ну что, самое тяжкое это вот это, по-моему, будет, потому что там два кислотных будет. Опять же гернаут, да ладно, да вы заколебали. Гернаут, давай мимо. Он попал. Козел, паразита. Ой-то, три-та-та, промо. Все. Сейчас самое главное не проворонить мне хп. Хотя нормально становилось. Кого грабить-то? Тебя грабить? А как я тебя граблю? Если попадется, то граблю. Может сейчас в конце еще после этого второго сектора сходим на рейд, прогуляемся. Что-то у меня антирейды. Я думал сегодня антирейд попадется, чтобы сразу же на рейд антирейд сбегать. Но нет, увы, не попадается нифига. У
Уля-ля, Сергей, я чуть не спалился. Я играю всегда за Джейда. Дону. Ну, в катке был Джейда. Что это он? Нифига себе. Я бы тоже хотел бы Джейда. Я попал вообще в команду девочек сегодня. Ты представляешь? Это была же еще жесть. Одни девчонки кричат, визжат, а я ебы не мою ни кукарейку не могу сказать. Я сказал, что я мальчик, меня выгнали. Это было смешно. Так, за контейнеры, которые был. 6 контейнеров. О, нифига, Сергей, молодец. Это вообще респект. Вай, вот это у меня прогрузка сегодня. Блин, пипец. Так, здесь у нас что? У нас здесь, по-моему, не боссики, да? А здесь ученый. Ученого убиваем. Ядовитый плевун. А можно мне как-нибудь вот... Ой, не-не-не-не, давай ядовитого плевуна. Там опять живодер стоит. Беда с этим живодером. Моя аватарка топ. А, аватарка, да, но я маленько ее не вижу. Далековато экран сегодня стоит, монитор второй. Очень далеко сегодня стоит. Я еле-еле читаю буквы, потому что слишком мелко. Как бы это сейчас не выглядело, но издалека я плохо вижу. Так, ядовитый, давайте убьем ядовитого тогда сначала. Давай. Ой, что я по 18 его бью? Что у меня такое? Не понял. В смысле? Не понял. Ой, тири-тири. И у нас остался еще один. А, кстати, это хорошее помещение такое. Офигенское. Можно вокруг бегать и его не убивать. Точно. А он же у нас тупой. Офигенное помещение. Все как бы нормально, поехали дальше. О, титирить. А, нет, подождите, тут только подрывница и вот этот чувак. Ну, как бы здесь не так уж сильно будет, конечно. Ой, друзья, я знаете, что забыл поставить? Я забыл поставить калаш. Хотя мне, надеюсь, этого калаша хватит. А ее что, полностью не убить? Как-то это неинтересно, как бы. Все, у меня остается 6 калашей. Надеюсь, этих 6 калашей нам хватит до конца. Я буду надеяться это. Не буду надеяться. Так, за то, что у бананчика было 50 лямов подписчиков. Ва, нифига себе, 50. Дружище, мне хотя бы один-то миллион, киткат. Ха-ха, нифига себе, 50. Респект тебе, спасибо большое. Как хорошо. Так, а мы просто в катке подружились. И 3 в конце. Держу смех, а потом... Слушай, я не могу задерживать, потому что у меня микрофон не отключается просто-напросто. Чтобы не отключить, мне надо полностью все выдвигать. У меня компьютер очень далеко сейчас стоит. Ну да, вот у меня, видели, да, у меня видосик практически весь вырезан, потому что там есть неадекватные ребята, которые просто матом сидят, орут. Я много раз тогда уже, я ему уже и говорил, ребят, не материтесь мне для видосика, а он ему пофиг, он сидит да матерится. Вот джеда, если я правильно сказал. Вот так вот. Сидит, матерится только в лед. Там стоит толстяк в углу, рука большая, огромная, видно. Так.
Присоединяйся, еще два чела на нас. Да, я знаю, знаю, Сергей. Знаю, знаю. Меня, правда, не монтерят, меня глушат в основном. Но я меняю стол. Я уже выпил, нифига ты булькнул. Бананчик, вай. Пупсик, пожалуйста, капсом не пиши, пожалуйста, я тебя прошу. Убери капс, не пиши капсом. Если не хочешь помолчать немножко. Не надо так делать. Блин, котик, ляг ты спать, ты уже мешаешь. А я стараюсь, да, я стараюсь не материться, я стараюсь ни на видосик, ни на стриме нигде материться. Иногда вылетает, но я крякаю. Так что не переживай, мат на моих видосиках ты не увидишь, не услышишь. Ой, ты не увидишь. Не услышишь, самое главное. Вау, нифига, нифига себе, как ты так посадил? Ты, наверное, посадил глаза из-за телефона. Я телефоном-то, молясь, не очень люблю пользоваться. Я около, сейчас тебе скажу, около 15 лет пользовался ноутбуком. Нет, вру, 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 вру. 12 лет ноутбуком, ноутбуками. И у меня нормальный глаз. Просто монитор у меня сейчас такой. Тот, который весится на стенку, у меня нету крепежа, понимаешь? Был бы крепеж, была бы бомба. А тут сейчас монитор старый, древний. Еще от Пентиума еще остался такой. Аниме, привет, 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 дружище, привет. Здорово, здорово, здоровенько. Я просто объясняю тут. Капс, это что так? А, это капс. Капс, это большие буквы. Не пиши так. Не надо так писать. Беги, бегите далеко. Так, я немножко задержался в чатике. Давайте поехали дальше. Нам еще далековато ползти. А, это подрывница. Я думал, он толстячок. Ребята, почитаю, подождите. Да, слушай, да, Сергей. Я матерюсь тогда, когда нервы сдают. А у меня есть эти. От нервов таблеточки. Я две принимаю и на расслабоне, и на расслабоне. Короче, нормально у меня. Два алкоголя выпиваю крепко. О, нифига, это не надо. Я, например, 7 лет не пью и не курю. Я все бросил 1 августа, так что не занимаюсь этим делом. Ну и жизнь, конечно, крепче стала. А, по отцу такое зрение. У моего отца тоже зрение. Я не знаю, как эта болезнь называется. Блин, не знаю. Ее делают там как-то. Я не помню, как она называется. Тоже теряет зрение на один глаз. Я не помню, как называется это. Блин, не блокада. Но он давно делал. Он, ну, нормально. Проверка глаз. Он миллиметровые эти буквы прочитал доктору. Доктор сам охренел. Ой. Офигел, офигел, друзья, офигел. Блин, то, что говорил. Да, это капс. Аниме, пожалуйста, не пиши так. Больше повторять не буду, ребят. Правила группы, ой, фу, группы, правила стрима уже делаются, мне пруф в этом помогает. Да, на последнем стриме мы с ним поговорили, он мне ВКонтакте связался со мной. И теперь группа друзья со следующего стрима появится в описании. Если кому надо чё, пишите туда. Я там буду, я просто ВКонтакте чаще всего бываю, чем везде. Опять пить хочу. Блин, да ладно, у меня они орут прямо за дверями. Это пипец. Сейчас всех слышно будет. Уже добежал. Молодец. Сергей, что там удалил? Написяка еще разок. Так, вообще есть смысл прохладить лабораторию? Да, есть смысл, потому что здесь дают хорошее оружие. Вот сейчас у меня есть карточки, вот эти вот. Ключ, карта А. Мы сейчас откроем топ-сундук, и ты поймешь, о чем речь идет. Не переживай.
Что у нас здесь? Мы немножко застряли. А, здесь босс будет. Вай, сейчас будет босс. Электрический босс будет, чтобы пройти. Это все нужно электрического босса убить. А сколько мин-то нам надо? Блин, кто помнит? Сколько мин надо? Мне придется мины доставать. Я забыл. Ой. Я в Last Day говорю, в Last Day выпил алкоголь, зато 50 миллионов у тебя будет. Жук ты, блин, киткат. У меня, так, миопия. А, нифига себе, близкорукость, я знаю, что такое, а миопия не знаю. Так, это да, это малявки только могут обзывать свою чужую семью. Это да, есть такие люди. Да, знаю, знаю, здесь Сергей, бывают такие залетчики, они залетают и матерятся и налево, и направо. Знаю, не переживай. Джиггернат, блин, а у меня огнестрелка. Ой, я огнестрелку не поставил. Вот я молодец. По-моему, мне сейчас кикнут. Так, стоп. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Молодец. Мне бы вот этого еще чучмека убить, вот этого кислотного, было бы бомба. Ё-моё, я по всей кислоте бегу. Давай. Все, 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 все. Сейчас делаем вот так вот. Да ёб, тереси ты. Все, нормально, сейчас калаш поставим. Я немножко заморочился. Чуть-чуть, совсем чуть не запортачил саму себе. Мне так правая рука сапотела. Вот сейчас бы, да, ближний бой, я бы его убил бы. Я сглупил. Ладно, в следующий раз будем накупить. Калашей набрал, что-то забыл про этот сектор, вообще все. А почаще сюда бегать бы. Так, проходить лабораторию есть смысл. Попробовать что-то новое. Ну да, чё? Сейчас все равно в скором времени надо будет уже боссов убивать. Что за хрень, не знаю. Ты прошел бункер, браво, дружище, спасибо тебе большое, спасибо. Много не пей, не надо. Да, я знаю, школота только ругается про чужих мам, пап. Это такие, как сказать, опущенные дети, короче. Но я не знаю, что такое миопия. Надо потом почитать, хотя мне чё читать. Я не знаю, что такое миопия. Так, кому двигатель отдашь? Хороший ты шутник, блин. Как ты отдашь-то его? Ладно, в кратере можно ресурсы передавать. Здесь никак не передашь. А чё я там открыл-то? Блин, тут даже сундука нету. Зря открывал. И у нас тут живодер стоит. Блин, вот с этим живодером это проблематично. Меня очень сильно убивает. Хотя вот здесь, давайте побегаем здесь. Здесь топчик. Он меня пока догоняет с одной стороны. Я буду неплохо его отхилить. Ой, тут и хилить. Убивать. И хилить. Вот и все. Он чучмек тупой. Чтобы здесь пробежаться, он вокруг бежит. Нормально, 50. О, господи. Долго собирать эти жетоны. Жетоны аниме, ты про какие жетоны? Про вот эти жетоны? Ключ-карту ты поговоришь, да? Если про ключ-карту, то нет. Максимум, наверное, один заход, ты полтинник получаешь. Привет, привет. А Skynet, привет. Привет, ты что сегодня у нас с опозданием на 2 часа? Их в детстве роняли. Да, много раз кидали, но ни разу не поймали. Это я знаю, не переживай. Нет, недолго. Передам через...
Так, давай хард лабораторию. У тебя на почте много. Да. Сергей, я не хочу сейчас все сливать сразу, тем более у нас всего остался час. Не-не-не, хард потом, потом, потом. Тем более у меня с такой проблемой, я сейчас вообще не хочу сюда идти. Да ёпти марапти, кто там зачихался-то у меня? Не, ребят, давайте потом. Потом сходим и хард пройдем полностью. Все по ней пройдем. Всю лабораторию все учтем сразу. Сколько мы стеллажей? Наверное, стеллажа 2, наверное, сюда влипнем. А так сейчас все огнестрел за один раз. Это потом тяжело будет, правда? Поверь, Сергей. Я один раз уже сделал. Как раз перед 16 сезоном. И я потом без огнестрела был. Это в ноль ушел. А, да. Они недолго фармятся, аниме. Они быстро фармятся. Так, как убивать ведьму? Слушай, а ведьму легко убивать. Правда, легко. Скайнет, если успею, то давай после этого боссика сейчас мы сбегаем на ведьму, я тебе покажу. Ну, если у тебя миниганчик есть, у тебя миниганчик. Миниганом можно ее убить на изи. Давай, после этого сбегаем. Так. А, давай тогда. Паже, блесе, 2 МК. Сергей, можно так же только пару. Ты мне в переводе только пиши. Кстати, чего, пупсик, кстати. Так, водички попьем, все, я немножко тут опять застреваю. Мне надо, знаете, что достать? Мины. Ученый, ученый зимой. Так, опа, валим отсюда. А как мне далеко еще бежать-то? Что-то я уже, молясь, не помню, сколько тут еще бегать-то. Я знаю, что этого боссика можно как-то забаговать. У меня раз получилось, я его забаговал. Но это раз только получилось. Сколько мин-то надо там? По-моему, 4-5 мин надо. Ну-ка, сейчас давайте я достану 4-5 мины. Ну, 5 штучек, я не знаю, 4. 4. Не, давайте 5 все-таки достанем. Сколько там будет? 5. И если у меня есть еще... У меня нету. В смысле нету. Расходники. А, есть, есть, есть. Реаниматор на всякий пожарный, я тоже достану его. Реаниматор мне пригодится. Как раз перед этим и пользоваться. У меня воды нет, у меня вода заканчивается. Ой. Бутылка под ногами стоит, спролил. А покажи всю базу и скины на рюкзак. Пупсик, когда дома буду, я сделаю. Минигану нет. Ну тогда давай сходим на... Блин, у тебя минигана нет. Миниган — это вообще топ оружие. Гранатомет есть? Скайнет. Гранатомет есть? Какое-нибудь такое оружие мощное? Если есть, то пиши. Так. Ё-моё, электричество. Самое главное сейчас мне в воду не втопать. Фу, не втоптать. Как мы делаем? Ждем сейчас электричество, оно заканчивается, открываем дверь и валим отсюда. Нет, 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 нет. Блин, я в тупике, я в полном тупике. Я сам себя в тупик погнал. А это я где вышел? О-о-о-о-о-о-о-о-о. Нормально, живем, пока живем. Ё-моё, в дверь не вошел. Я убил их. Нормально, там был крестик-то? Не было, не видно было. Тут есть крестик? Нету? Нету, да? Хорошо, просто после трупаков я иногда забываю проверить и теряю, короче, возможность на еще одну карточку с собой забрать. Покажу, покажу, пупсик, покажу. Там у меня с огнестрелом есть скар, калаши и два глока. Ну, на примере скара
показывать не буду, потому что Скар это топовое, да, оружие. Калаши, я не знаю, останутся ли у меня или нет, потому что сам видишь, что калаши у меня летят на изи. Сегодняшний день они быстро уйдут. Блин, не хочу тратить. Так, насчет глоков, ну, туда глоков многовато нужно. Да, лучше вообще пропустить тогда. Кстати, друзья, мы побили рекорд. Нас сейчас на стриме 10 человек. Да, всем спасибо за внимание. Пока, конечно, я не заканчиваю. Не разбегайтесь. Давай, посмотрим огнестрел. Я на минигане тебе покажу. Если калаш останется, то на калашах покажу. Ну, хотя калаши у меня есть на почте. Давай, ладно, посмотрим. Мне еще до него добежать бы надо бы. Привет, что пропустил? Да ничего не пропустил, дружище. Бункер бра... да ладно! Ну, меня сейчас колотнет, если я воду стану. Придется немножко постоять, подождать. Я сегодня собрал две фиолетки модификации. А, две фиолетовые модификации. Ну, так, на дробовик. Облегченное цевьё. Вау, нифига. Слушай, Сергей, блин, респект тебе огромный. Если у меня попадется вот это цевьё, я буду рад вообще. Это бомба. Это офигенная штука. Привет. Так, это я читал. Пруф ничего не пропустил, не переживай. Калаши или М-ка. Так, ну... Подозреваю огнестрела. Тогда пойду на ведьму. Дружище, на ведьму будь осторожен. Первый раз у меня видосик был. Я называл ее не ведьмой, а бабкой. Ой, да тут, слушайте, недалеко я остался. Немножко осталось. Тут, по-моему, сейчас закрытая дверь будет еще у нас. Бигернаут, да ладно! Два штуки, да вы что, издеваетесь, что ли? Как это может быть? Офигеть, это просто офигеть. Почему два бигернаута? Почему именно два? Че меня в кольцо там вводишь, паразит? То, что они промахиваются, это бомба. Да блин. Давай, 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 солнышко. Блин, с этими джиггернаутами очень сильно тяжело проходить. Немножко отхиливаемся тогда. Кто стоял? Ядовитый чувак стоит у нас. Не до конца прочитал, дизлайк. В смысле? Ты чё? А все, снял кто-то дизлайк. Зачем, ребят? Я же все в порядке, все по порядку называю. Все хорошо, тинно, ровно и красиво. Ну, хотя есть... Надо, по-моему, над какими-то двумя стримами есть дизлайки. Дай, ладно. Чё обижаться на людей, если им не нравится? Не нравится? Так чё вы смотрите, если вам не нравится? Не понимаю. Не понимаю я таких людей. Оти, тири. Всё, нормально. Всё, темно, ровно и красиво. Я убил-то всех. Тихо. А в смысле? Я же не стоял на зеленой этой... Блин, вообще непонятно. Почему? Как это так? Так, открываем мы здесь, а здесь у нас есть за ящик. Ящик, а не за ящик. За ящиком есть ящик. У меня есть поломанный миниган, и я хочу собрать два VIP. Ой, пятый VIP. Стол его поставить. Слушай, да... Я тоже буду делать как-нибудь потихонечку, но я попозже. Пока нет такой возможности насчет этой випки. Я попробовал, посмотрел, поиграл немножко. Кстати, классно там. Я получил два вопросительных знака. Первый я получил синюю карту. Вы видели, по-моему, у меня на почте есть, да? И 20 стальных слитков получил. Топово. Ну и так, там всякого барахлишка немножко. Там, правда, у меня сколько осталось-то? Ой, сколько пробок, сколько-то осталось. 100 с копейками как. Сори, опять отходил. Да ладно, не переживай, все в порядке. Пруф. Сергей.
307. Вау, да ладно. Всем, ребят, спасибо за подписку на канал. Да ничего не происходило. Пру, все в порядке. Проходим потихонечку, вот. Зачем я сюда зашел? Ё-моё! Это что такое? Я сейчас опять буду долго кружиться здесь. Надо было минку поставить хотя бы одну. Тактика. Нормалетик, нормалетик. Да, тихо, тихо, тихо. Давай вот этого. В смысле? Хорошо получилось. Он сейчас плевать будет. Не дал, как я узнал. Я не знаю, как узнал, но я-то узнал. Как узнал, не знаю, не скажу. О, 22 лайка. Да, шутка такая, что ли? Ну-ка, подождите, в смысле 22 лайка? 21. Кто-то снял один. Нифига себе, респект, всем большое огромное спасибо. Ничего себе. А чё так, этот стрим поднял столько лайков? Из-за чего? Флут, что такое? Флут? Это флут, когда ты пишешь одно и то же по много раз. Ничего себе. Вот это лайков сегодня мы насобирали. Из-за чего такие лайки? Из-за того, что у меня лагает, что ли? Да ну нафиг. Мне тяжело играть, если... Не-не-не. Так, я так понял, что тут второй сундук, и там скоро будет боссик. А... Нет, подождите, не скоро, не скоро. Чуть попозже. Подальше, точнее. Так. Вкусняшка понемножку попадается. Вот так. Так, положим. У меня два дробовика осталось. Ёпэрэсэты, и мой челик захотел пить. Жёстко. У меня нет воды. А морковка сейчас закончится. Морковки надо оставить на босика. Я возьму... А, я в магазин приду. Так, пупсик, о чем речь? Сергей, как правило... Сейчас еще лайк поставлю. Жук. Спасибо, спасибо. Спасибо, ребят. Ядовитый дала. Ну почему ядовитый-то попадается? Еще живодер. Подождите, в смысле живодер? Там два живодера. Вы что, издеваетесь, что ли? Как это может быть? Тихо, 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 тихо. Два живодера, друзья, да ладно, блин, я сейчас заколебусь бегать с ними. Ой, я застрял где-то. Офигеть, блин, да ладно, чуваки, ну хватит уже. Давай хотя бы один кто-нибудь сдохнет. Ой, у меня экран покраснел. Есть, один живодер готов. Отлично. У меня опять персонаж пить захотел. Проблематично с этой водой. Давай. Е, друзья, я вышел, я выжил. Точнее, не выжил. Фу, не вышел. Блин, запутался. Нифига себе. Ха, подъем давления. Теперь точно 22. А, за убийцу играл... Да, я играл. 4 раза вчера победил. Ха, обманул ребят вообще. Моментально обманул. Они даже не поняли, что это я был. Все, да, босик. Вот теперь босик, друзья, будет. У меня два калаша осталось. И, наверное, у меня этого не хватит. Нифига, этих калашей. У меня не хватит калашей. Давайте вот так вот возьмем. Гранатомет, наверное, один. Истратим. Ничего ж страшного не будет, если гранатометчика мы одного истратим. Вот так вот мы все делаем тогда. Так, стопы. Сейчас мы сделаем. Сейчас мы поставим сначала. Так, стоп, подожди. Вот это мы принимаем. Плюсик одна жизни есть, это хорошо. Здесь надо поставить, сейчас будет минки.
Вот здесь одну ставим. Надо было ближе. Блин, дурак. Одна. Ясно. Ты повернуться-то можешь? Вторая. Я, наверное, близко слишком ставлю. Третья. Сейчас, друзья, мины сначала поставлю. Я не знаю, близко, не близко. Давненько я тут уже не был. И последний сейчас ставим и будем вызывать этого чучмейка как-то. Так. 4, 4. А нет, 5 мин. Теперь самое главное не подорваться на них. Вот теперь самое главное вот это. Блин, меня вот что тут вообще бесит, это то, что персонаж очень сильно, практически часто, нормально сказал, слишком сильно часто любит пить. А воды у меня с собой не взято. Я столько морковки сожрал. 3 стака морковки, что ли? Это пипец. Ну что, поехали вызывать его. Давай, вставай, персонаж. Все, где он там? Ну давай, давай. А тут еще электричество будет сейчас бомбить. Так. И... Бах, бах, бах. Давай, 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 давай. Ёпки-марапки, да нет, да ну нафиг. Да, друзья, одна мина пришла ко мне. Тихо, 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 не убивай меня, не убивай, не убивай. Да ёпрсты, как я встал-то, не понимаю. Дай мне тебя убить, чувак. Офигенно. Просто офигенно. И я победил его, я победил его. Ля-л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 я. Немножко крышу потекла. Так, сейчас еще лайк. Так, это тролливали. За убийцу играл да-дри-да-да. Немножко в сообщениях это так. А сколько еще стрим будет идти? Примерно я отойду на 33 минуты. А, дружище, до 9 минут... Ой, тьфу, минут. До 9 часов вечера. До 9. Мне завтра рано вставать. Надо будет сумку собирать. Да не переживай за ошибки. Это все нормально. Не переживай, все хорошо. Я знаю, я понял уже. Не зря я коллиматор. Фуй, коллиматор, блин, о чем я говорю-то, этот, короче, съел. Вау, как жиденько. Ну что, бункер Браво пройден. Все на изи. Все тип-топ. Так, стоп, подожди. Давайте калаш сюда поставим. Я просто не помню, что здесь у нас сейчас находится. Сколько у тебя оружия дома, не знаю. Дома не знаю, сколько у меня оружия. А, хотя нет, у меня стеллаж был целый. Ну, а теперь сколько осталось, не знаю. Олеся, привет. Олеся, о, у нас девушки есть на канале. Я даже не знал об этом. Ты посуду моешь? Слушай, я тоже мою посуду. Полы мою, убираюсь полностью дома. Ой, друзья, я не открою, наверное, сундук, потому что я пить хочу. Я хочу пить, браво. Ой, уже пятая точка немела. А в смысле, а почему, мужик? Так. Пошлите, я топ-сундук тогда открою сейчас. Сейчас я открою, почему я вам покажу. Вот. Смотрите, открываем. Вот этот открывал я. Мы откроем. В следующий раз мы сходим и сектор полностью очистим. Сразу же. Но это потом, друзья. И вот почему я открыл. Блин, почему мне воды здесь не дали? Ну, такой лутецкий. Миротворца 2 штуки попалось. Калаш один вернули. Сетик есть. Так, это у нас ингалятор. Не знаю, как он работает, конечно, еще не пробовал ни разу. А, чувак, не умирай, только самое главное. Фильтр. С реагентами, да? Это что такое выпало? Что-то с реагентами. Кислота, немножко аптечек и по чуть-чуть совсем капелюшечка.
Здесь хорошо выпадает это огнестрел, вот этот. Он на хард нужен, по-моему, этот огнестрел. Надо ехать домой, а то у меня персонаж сильно пить хочет уже. Да и сам пить хочу. Что там у нас написано? Тидири-дири. Ты же сказал, браво прошел. Нет, киткат, какой браво-то? Я, может, оговорился, я не браво прошел-то, дружище. Браво я запорол. Браво я... Сколько я ушлепал-то туда огнестрела-то? У меня все... Так, все эмки практически туда ушли. А сейчас мы проходили два сектора. Сектор А1, сектор А2. По-моему. По-моему. А так, не-не-не, браво, браво, у меня и до этого я проходил три раза подряд. Ну как три раза подряд, блин, как бы это правильно еще сказать-то? Чтоб понятно было. Так, карточки, вон, видишь, 31 карточка. На следующий раз я, когда приду, уже будет намного больше. И карточки будут пополняться. О, сколько дала? Сколько дала? Ну-ка, покажи-ка. Много. Это я забираю. Вот эта вещь я пока здесь оставляю. Это гидравлические детали. Потому что не знаю, для чего они мне нужны. Домой не буду ничего таскать. У меня дома места нет. Это здесь оставляем. Ну, как бы все. Вот это тоже можно домой, наверное, утянуть. Ну, нормально. По-моему, да? Все, все тип-топ. Все, уходим отсюда. Можно, кстати, сетик здесь также оставить. Он мне нафиг не нужен дома. То у меня дома сетиков полным-полно. Стоки, кстати, друзья, кто стоки зачищает? А, Даня, привет, привет, приветище, приветище. Не путай, киткат, не путай, не путай. А то ты меня самого сейчас запутаешь. Не, вот. Следующий раз тогда бункер браво. Ожидайте, короче, в четверг будет еще один стрим, друзья. В четверг. Если все получится мне установить, да, все программы обратно вернуть, то в четверг проведем. В 6 вечера жду всех. Четверг и воскресенье. Так. Бомжик, у меня 3 ящика с оружием, несколько... Ничего себе! А я мужик. А, слушай, ну ты, а чё, а почему Олеся? Странно. Чувак, зачем ты так сделал? Окей. Ты донатишь? А, ой, нифига. Бомбилка. Ты донатишь? Я доначу только на сезон. Я доначу, да? И я доначу, ты все. Нет, я не все еще пока, пруф. Еще полчасика. И когда монетки есть? По акции. Я покупаю по акциям. Ну так. Поменяй, дружище, не надо так делать. Да ладно, ты будешь первый на моем канале. Хотя нет, вторым будешь. Есть, был тут один залетчик. Рубль задонатил. Надо воды попить. Побыстрее воды дайте. Дайте моему персонажу воды. Вот так вот. Ну чё, как будем делать-то? Чё-то, смотрите, вылеты малые вылеты, да, были? Сколько вылетов-то было за стрим? 2 раза вылетел, по-моему. Чё выбираем? Так, кому я там обещал сходить на бабку? Давайте я сейчас на бабку схожу, убью ее тогда. Так, подождите, стоп. Сейты оп. Ничего мне здесь не надо выкидывать, мне еще бы надо весь ресурс. А, дом, кому дом-то надо было показать, ребят? Давайте дом покажу, так, примерно. У меня каменные стены, я не помню, кому кто-то писал. Кто писал, кому дом-то надо показать? И на этом спасибо будет большое. Так, вон, видите, дом у меня такой каменный. В основном есть бункеры из железных стен. Сундуки все я не буду переворачивать. Огнестрела у меня вот. Все, что осталось. Ёпти, марапти. Сегодня был целый. Целый калашей был. Так, это мы скидываем тогда.
А у меня миниган. А, есть миниганчик один. Миниганчик. Скарчик, наверное, возьмем. Так, это я скину, это мне не надо. Бабушка, бабушечка моя. Родненькая ты была у меня. Так. Здесь тоже стеллаж сделал, то места вообще мало. Кстати, я тут кое-что заметил. Ценные записки выжившего. Есть просто записки выжившего. Они, молясь, у нас не одинаковые, оказывается. Я и об этом даже и не знал. Пробочки уже выросли. 1000 пробок опять стало. Хорошо. Пробочки потом пригодятся нам. Так, что мне тут? Можно куда-нибудь что-нибудь выкинуть-то? Блин, вот зачем эта вещь здесь у меня валяется? Кто скажет, а? Хорошо. Отлично. Все растет понемножку. Подожди. Сейчас скинем тогда. Сначала сходим на бабку, потом сбегаем на рейд. И потом точно уже будет... Стоп! А что за беда? Здесь чуть-чуть, там немножко. Что за фигня? Помойку не надо мне устраивать. Это мы сюда закинем спирт и... Так, нет. Бензинчик. Давайте я канистру, наверное, возьму бензина, чтобы мне хватило. Вот так вот. Сколько у меня аптечек-то осталось? Офигеть, как много аптечек. Я просто вообще волшебный бомжик. Бомжик. Ну что такое скарчик? Мощный становится. Так. Гоу бабку, а потом альфу. Не-не-не, киткап, не-не-не. На альфу у меня не будет уже. Все, у меня время уже уходит. Соседненько. Пупсик. Он ушел. А, пупсик ушел. Ну ладно, ничего страшного. В смысле, он ушел? Я пришел. А, нет, не пупсик. Скайнет у меня вообще-то спрашивал про бабку. Ведьму. Так, это бабка, которая узнала. Да, слушай, да. Я, блин, подождите, я застреваю все время. Я читаю чатик и застреваю. Так, стопы. У меня железо даже здесь валяется, у меня места там нету. Здесь место все легло. А чё сюда зашел? Блин. Блинский. Потом надо будет позаниматься. Мне немножко будет, наверное, с этим. С аптечками. Аптечки нафармить. И спирт. Спирт у меня что, заканчивается? Да нет, не заканчивается. Как бы нормально у меня еще спирт. Сколько я сегодня аптечек-то вдул? Нормально вдул. Дофига. А 12 зрителей. Нифига себе. Да ладно. Сегодня побили рекорд. А чё это так? А, сейчас другого аккаунта подпишусь. Да ладно, ребят. Ну, так-то уж не надо делать. Идея. Может тебе сделать деревья по всей базе? О, не. У меня нормально растут деревья. Они там, где растут, там же я их и буду вырубать. Так, не-не-не. У меня и так мало сундуков, территории. Рейдер, привет. А, нифига себе. Слушай, вот это четко. Это кто один дизлайк поставил? А, не знаю, друзья. Не знаю. Так, ну что, я как бы готов... Хуже стало пролагивать. Бензинчик. И сразу, наверное, потом съездим на рейд. Посмотрим, как рейд будет. Все равно завтра уже компьютера не будет у меня. Завтра я его тю-тю-тю-тю-тю. Надо 2 часов дня как-то это все сделать будет. Ты в топе. Луис, привет сначала, да, и спасибо. А в смысле я в топе? В топе где-то там? Или где-то тут?
Не-не-не, подожди. Чуть. О, не-не-не-не. Что я делаю-то? Ё-моё, я заговорился, и сейчас чуть. Вот чуть было и не было. Я бы сейчас нажал бы и все. Давай, поехали. Немножко. Но сегодня, друзья, мы побили рекорд. 12 зрителей было. Ну вот, и вылет. Совсем офигенно. А, Skynet, посмотри, пожалуйста, в начале видосик. Где-то в начале я говорил, почему у меня это было. У меня проблема с компьютером, я не могу никак это решить. Что бы я ни делал, он еще все хуже и хуже становится. А, это бывает, Луис, это бывает, это... Блин, как бы тебе так объяснить-то? Это баг на Ютубе, короче. У меня иногда бывает такое, что я сижу на своем канале. А что за беда-то? Я просто в игру не могу зайти. Все, игра, по-моему, ложится спать. На канале сижу, и у меня, короче, почему-то комментарии есть, но их не видно. Так что бывает проблема. Вот у меня сейчас проблема. Я не могу зайти в игру. И меня очень сильно орут на кухне. Обнова. А, обновить, думаешь, надо? Сейчас, если вылетит, то обновлю, попробую. Но это не из обновления. Это у меня что-то на компьютере вообще происходит. Это надо немножко решить, и все, и чтоб не было больше этих проблем. У меня вчера все было хорошо, да? Вот все вообще тип-топ было. Сегодня я встал, у меня четвертый день подряд, просто удаление драйверов на звуки. Просто удаляется, и все. Так, у меня бабка есть. Поехали к бабке тогда сейчас. Надеюсь, я не вылечу, когда у меня бабка будет это... Драка. Я в Fortnite играл. Сейчас высокий, потом средний. Я слышал. Кто-то орёт. Да, слушайте, ребят, извините, что кто-то орёт. Просто у меня тут приехали родственники издалека. Вот. Сейчас сидят, бухают. Мне как-то надо все равно было стрим проводить. Я обещал, я не должен пропускать. Я попросил их не орать, но у пьяного что у него, как говорится-то, у трезвого что на уме? Нет, наоборот. У пьяного что на уме, то на языке. Как-то так, короче, поговорка. Я не помню, как она говорится. А, подождите, я знаю, что за... Я забыл. Три татушки я забыл. Я забыл с собой взять что-нибудь из ближнего боя. Что за беда? Оружие есть что-нибудь? У меня есть катана. Хорошо, я забыл, блин. Тут просто одна беда такая есть. Тут толстяки есть, надо их сначала повырубить. А, подожди. Зайди в ВК после стрима. Хорошо, Мак, я зайду туда, зайду. Насчет бабки. Есть одна проблема насчет бабки. Блин. А, пруф, ничего страшного, не переживай, ничего. Есть одна проблема с бабкой. Я, наверное, бабку не буду сейчас убивать. Я сейчас вам расскажу, почему здесь одна проблема. Я бабку, по идее, вообще пропускаю. Мне бабка не нужна. Вот из-за чего я пропускаю. Здесь надо делать бум. Если не взорвать, то там такая толпа выбегает. Это жесть. Я, друзья, не буду ее убивать. Я забыл про это. Просто до... Не помню, до какого-то обновления. Вот эти штуки... Как они называются-то, эти пузыри-то? А что-то название мне не показывает насчет этих пузырей. Да? Они не обновлялись. Один раз взорвал, и в течение, наверное, 2 месяцев я вообще их не взрывал. В смысле, бабка подползла? А я не слушаю, что кто-то орёт. Не, у меня орёт. Кокон, да. Кокон, его надо взрывать. И у меня на протяжении 2 месяцев я не взрывал вообще. Я ходил, убивал бабку и все. А потом какое-то обновление прошло, и вот этот кокон, теперь он постоянно надо взрывать. Я забыл про него, друзья. Не-не-не.
Я не буду бабку, я бабку пропускаю за золото. Не-не-не, я не буду тратиться. Я не хочу тратить сишки, я не вижу толку тратить сишки на эту бабку. Да ну нафиг, это бред. Эх, мне завтра в школу, время 0:34. У тебя пол первого, нифига себе. Дистан. И дистан. Что такое дистан? Давайте гуманитарный груз тогда заберем. Я забыл про бабку. Кокон, так. Гранник, аптечка, гранник, два выстрела на ползунов. На ведьме нельзя иметь меньше 68 хп. Ну как бы я миниганчиком там мне я успевал. Мне особенно понравилось видео, когда я первый раз пошел на бабку. Вот там мне получилось ржачно. Я даже смеюсь иногда. У меня есть видосик. Так. Есть видосики, которые там, ну как сказать, жесткие. Да ё-моё, мне еще похаркали. Короче, блин, не получившийся дубль. Вот так вот я назову. Вот такие видосики у меня есть. Но я их не выкладываю. Там, молясь, жесткий мат, где у меня не получалось. Особенно, когда у меня была оперативной памяти 4. Всего 4 гигабайта, вы представляете? Сейчас, конечно, намного больше, но тогда была жесть. Так, агась. Блин, я думал, опять вылетел. Сейчас, подожди, дружище. У нас в школе с окна выпрыгивали и с нос пропадают. Там пипец было. Нифига себе. Давайте, короче, идем на рейд и все. Ну, нифига, киткат, это нормально, слушай. Рейсы хорошие. Пригодятся. Тем более для развивающего, так это вообще топ. Я, молясь, чата не вижу. У меня Котя встал. Котя, ты не можешь лечь? Я никого не вижу. Ты можешь... Офигеть. Ха, он чуть мне монитор не навернул. А кого я смотреть буду? Блин, да ладно, у меня уже бензин закончился, пока я ездил. Так, 3-4 канистры нам хватит. Во, я собрался, я забыл про эту бабку, блин, зря сбегал только, бензин истратил. Не-не-не-не, я это сюда зря закинул. Где она там? Ой-ой-ой, как они орут. Ой, завтра они у меня втык получат. Ой, будет жестко, сильно будет. Ой, как они орут, друзья, это пипец. Я стараюсь, чтоб их перекрикивать, но у меня не получается, они слишком громко орут. Эх, рейды. Берут с нас ресы после рейда и снос берут. И потом полхаты сносят. Ну, рейдер, слушай, полхаты, если у тебя нету стен каменных. Поставь стены каменные, будет топ. Я делал свою базу, я тебе сейчас примерно скажу. У меня база была вот как? Вот этой стены не было, по-моему, вот этой стены. Это третья стена, да? У меня здесь дерево было. Или была, я не помню уже. Надо вначале смотреть. Слышу немного, друзья, я стараюсь перекрикивать их. Я не получается, но они пьяные, так я что тут буду перекрикивать? Микрофон только затуплю, а больше ничего не сделаю. Вот, я сделал эту стенку максимум, наверное, сколько я делал?
Рейдер, спасибо большое. Сколько я делал там? Максимум где-то месяца 2-3, наверное, я делал. Плюс-минус. Где-то так. Ну и вот, короче, сделал стеночку. Сейчас вторую делаю. Это уже внутренняя стенка идет. Но пока что у меня с досками не ахти. Как бы доски у меня уходят, но доски уходят также еще и на уголь. Мне нужно уголь. Так, что я сюда запихался? Сейчас, ребятки, немножко, совсем чуть-чуть. Ну, чуть-чуть подзадержимся, потому что время без 19, а на рейд еще сходить, так времени на чуть побольше. Ладно, ничего страшного. Еще базу прочекаем. Я вслепую не иду. О, видишь, у меня досок совсем мало. А железа так практически вообще нету. Я с этим железом вообще сейчас в полной, при полной аднице. Сюда скинем, нет, не скинем. Блин, у меня нет места. Что мне делать, как мне быть? Как мне это тебя забыть? Что мне делать, как мне быть? Это мы забираем тогда. И сюда закидываем. Хопа. Все, тип-топ, мы готовы. Чоппер в основном у нас готов. Ну что, дайте нам базу хотя бы какую-нибудь-то хорошую на сегодняшний день. Удачи. Удача нам пригодится. А, еще топоров нету. Блин. Как Катю зовут? Какую Катю? Что за Катю? А, Котю. Ой, Котю. Котика. Так Котя зовут Пушок. Старый Пушок. 17 лет уже живет со мной. Стоп, блин, я запутался. Подождите, ребят, подождите минутку. У меня топоры есть, у меня один есть топорик. Возьмем сишечку с собой тогда. И сделаем простых топоров. Хотя простых топоров это, блин, это тяжеловато будет с простыми. Надеюсь, там будет не вся деревянная стена. Надеюсь, будет одна каменная и все. Сундука. Все, хватит нам столько, надеюсь. И я надеюсь, что у нас все получится. Я пить хотел, блин, до сих пор забыл про это. База называется... О, нифига себе. Райдей плеер один какой-то такой. Надеюсь, я правильно высказал. Сейчас, друзья, базу прочекаю через телефон. Покажи, давай, покажи. Сначала чекаем, потом поедем. Ну, наверное, база будет такая себе, топовая. Чё, у меня интернет не включился? Так, давай побыстрее. Там люди жду, давай побыстрее, пожалуйста. Такой базы нету? Чё, шутка такая, что ли? Друзья, такой базы нема. Хотя есть, но там плайер 2 только. Плайер 1 нету. А вообще плайера нету. Офигенно. Угу. Будем тогда писать. Печатать будем. А нет, есть. Есть такая база. Все, нашел. Так, немножко справляем. Сейчас посмотрим, что за база у нас. Сколько ты играешь в Last Day? Начал где-то перед Новым годом 2020-го. Ой, 21-го. 21-го. Перед ним. Так. Я обосрался, короче. Я пошел есть ночью и нечаянно наступил на кота. И он меня... О, нифига ночью. Я своему колокольчик поставил, чтобы он меня... Он у меня черный, а в темноте так это вообще жесть. Я два раза навернулся, пока я ходил. Так, друзья, база. Что я вам скажу? База у нас... Нет, немножко можно наверх. База у нас каменная, сундуки есть. Ну, блин, такая себе, что там, знаете, такая себе. Хотя здесь две базы такие. Это вообще не такая база, да?
Ладно, я так примерно посмотрел, что у нас там за база. Сейчас пойдем, сами будем чекать. Что взял, то взял. Если что, можно будет домой потом обратно вернуться. Она на меня час страшно. Я знаю. Я тут один раз к другу пришел, короче, поиграл с котом. А он меня спотишка как за руку цапнул, да и вену проткнул. Потом в больницу попал сразу же. А что? Да, конечно. Коты целуют, кстати, если он любит человека своего. Ну что, где там база-то? Там база где-то там, трали-вали. Чопера нету у нас. Что у нас здесь? Все пусто. И база у нас деревянная. Я зря сишку брал. А что-то, когда я смотрел, там была база каменная. Шипик есть. Ой, да тут еще шипик есть. Заколебись, я пошел. Я пить и есть хочу теперь. База деревянная, друзья, оказывается. Короче, сишку можно снять. Что-то у меня вообще жестко пролагивает. Блин, это пипец какой-то сегодня. Сегодня жесткий пипец. Надо исправлять эту ошибку. Ладно. Будем исправлять. Исправим, друзья, исправим. Ну что, базу открыли. Что у нас тут есть? У нас есть тут... А нифига тут нету. И у меня, по-моему, топора больше не хватит. Топчик вообще база. Такая база вообще топовая, блин. Я два раза здесь побежал. У меня нету больше железного топора. Увы и ах. Но не беда. У нас почта бездонная. Где-то здесь должен быть топор с киркой. Кирка. Кирка у меня остается, а топоры летят, блин, как эти. Надо было взять заранее топорик. Много доната делал, просто мне как-то сложно самому начинать заново. Долго и муторно. Слушай, Луис, я не знаю, как много я доначу, правда. Я доначу, когда мне нужны только денежки. Это монетки. Я доначу, вот я тебе говорю, на сезонку, когда сезонка приходит, да, и на монетки, когда здесь есть этот. Как он называется-то, ё-моё. Короче, процент на покупку меньше. Пятерочку дают, я сразу все 5 выкупаю. И здесь я 2, вот эти, самые огромные, я тоже выкупаю. Нормально? Да, господи, боже мой, мне горло хрипло. А мой кот снюса съел. О, нифига себе. Ну, это жестко, конечно, когда коты кидаются. Кстати, у тебя он уличный? Давайте ломать, наверное, будем вот с этой стороны. Вот так вот. Сейчас пойдет волна, конечно. Ну. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Надо было с этой стороны сразу ломать. Сколько у нас? 2, 4, 6, 7, 7 сундуков. 7 сундуков, друзья. Всего 7. Господи, как першит горло. Ну что? Дайте мне похавать, пожалуйста. Похавать, я вас умоляю. Да ладно! Меня игра услышала. Я обжорся. Что ж такое-то, ё-моё. Всё, режем, пилим, вырубаем. И продолжаем фармить сундуки. Так, Мак, подожди немножко, хорошо? Да что ж такое-то? Что-то водички попил, и все, и меня першить сильно начало. Мне еще видосик надо на завтра как-то приготовить. Как мне это сделать? Не знаю. Как-нибудь разорвусь, постараюсь это сделать. Так, три ячейки. А, три ящика, наверное. Да, ящика оружия и брони. За 3 дня? А, за 1 день? Да ну нафиг, как ты там? Это сколько же там золота потратил? Ты, наверное, на рейдах это все делаешь. Никогда не трогайте чужих котов или кошек. Они могут... Да, слушай, да, Мак, ты прав. Ну, не сдохните, давай так жестко-то не будем выражаться. Умрете хотя бы так, это... Поприличием немножко. Так, у меня... Кошка друга. Таким образом... Вау, нифига себе.
Ё-моё, не, я своего котика не могу убить. У меня вплоть домашний кот. На, у меня домашний, у меня на улице никогда в жизни не был. Даже, а, нет, в окошко смотреть смотрел, со второго этажа кипировал прямо в канаву. Зимой, представляешь, я зимой в резиновых тапках, без носков и в шортах побежал за ним. Чтоб он, сердечко у него не лопнуло от страха. Представляешь? Это было жестко. Жестко и страшно. За него особенно. Так, это мы забираем все тогда. Каменные блоки не буду брать. Мне их предостаточно. Хотя каменные блоки, конечно... Не буду. Нафиг, хорош с каменными блоками. Железо, друзья, железо. Я железо нашел. Я уже рад. Все, я уже рад. Железо это для меня бомба. Так, изолентус я забираю. Это я заберу. Хорошая вещичка. Мне пригодится. Давайте вот этот сундук сломаем. Скоро побежит волна у нас. Бензинчика есть немножко. Так, резиновые детали мы возьмем. Бензин это тоже заберем. Красный талончик возьмем. И, наверное, желтый талон возьмем. Хотя, может быть, не будем. Хотя, давайте потом посмотрим. Сейчас пойдемте сейчас сначала бензинчик сольем. У нас бензин есть. Чтобы у нас побольше места было. Сейчас, ребят, я почитаю чатик, подождите. Кошка проверила, порвала артерию другу, и он... А, слушай, нифига себе, блин, его я читал, вот чертов, а. Офигеть, ничего себе. Ну, таких кошек нафиг дома держать, вы что, не-не-не-не-не-не. Она, наверное, без прививки была, эта кошка. Конечно, нифига себе. Слушай, сочувствую тебе. ЁПРСТ. Блин, я что там неправильно читал-то? Вот что-то вот. Цифру 2 мне поставьте в итоге. Слушай, правда не понял. Офигеть. Я знаю, что сиамские коты прыгают, жестко прыгают даже. Сиамских котов я на дух не переношу, они мне что-то малец не нравятся как-то. Страшные какие-то, блин, такие вот. А то, что... Не-не-не. Этого я не знал. Так, это мы закидываем тогда. Она домашняя, и было... И не было бешенства, просто друг так поигрался. Слушай, я, например, играю, я довожу своего персонажа, но не до такой степени доводить. Я довожу, он меня царапает, кусает, но в итоге, как бы, не знаю. Я его, конечно, не прививал, прививку не делал, вот. Вот только он, когда зевает, это пипец, изо рта воняет жестко. Надо зубы лечить, ехать, пока с деньгами проблема. Это да, это понятно, нифига себе. Довести кошку. Подожди, кошка или кот? Если кошка, ну я понимаю ее. Если кошка, да, с кошкой игры так не пройдут. Кошка это пипец. Любая кошка будет нападать. Как бы ты ни хотел. Довести кошку это жесть. А кот это еще кошка, кот. Ребят, у меня война пока что в чатике, я ухожу пока с чатика, то бывает такая фигня, что я читаю и умираю сразу. Этой фишкой я больше пока не занимаюсь. Так, без 5 у нас время, да? Успеем еще. Давай, режем. Че я толстяков-то режу? А, я голый! Офигеть! Все, у меня... Стойте! Офигеть, а калаш-то у меня без... Я молодец. Вцепилась в горло и порвала артерию. Он от потери крови умер за 6 минут. Ну там, знаешь, артерия тоже тема. Блин.
Пруф, не переживай, ничего такого не это не пропустил. Еще пока что на рейде застрял. С ребятами вот общаюсь. Сейчас в ВК присоединюсь. Присоединяйся, присоединяйся, дружище, присоединяйся. Так, здесь мне ничего не надо. Мне бы что-нибудь, чтобы чем-то можно было убивать. Ёп, РСТ. Ёпки, марапки. Давайте я вот этого заберу. У меня дома болтики закончились и каменные блоки остались. Угу. Что мы тогда делаем, друзья? Каменные блоки. Давайте тогда я каменные блоки заберу. Как бы каменный блок это... Ну, теперь это в топе. Потому что я не ожидал, что здесь так много будет их. 4 мы выкинем. Вот это мы заберем. Нормально. Практически десяток есть. Так, это то же самое, если собака видит пьяного человека и начинает его грызть. Слушай, я на велике вот когда езжу, да, у меня есть спортивный велосипед, да, я еду за город, есть собаки мелкие. Они просто так начнут кусаться. Или из-за того, что я на транспорте еду, не понимаю. А есть электрошокер. У меня на руле стоит электрошокер, и я включаю его, она как визжит, там бежит. Но они кусают, они прокусывают ногу сразу же. Мне 2 раза прокусила собака ногу. Я, конечно, из-за этого не стал никому лезть. Да ну нафиг. А теперь электрошоком хожу, ее царапаю. А за 2 дня по КД без рейдов. Без рейдов? Нифига себе. Ёпарасоте, что они там орут? Вот, блин. Убогие люди. Так, подождите. Есть у меня, по-моему, глок. Глок. Есть у меня глок. Нифига, у меня нету глока. Блин, ну почему? Киткат. Как пойдет, ты не переживай. У нас все впереди. Вот глушитель я, блин, правда, голый еще остался. Сейчас побежит еще одна волна. Я надеюсь, не побежит. Нет, не побежит. Ё-моё, да ладно. Слушайте, доски появились. Ага, я возьму 3 стака досок тогда. Это мы оставим. Плотную ткань заберем. Плотная ткань мне топчик пригодится. Кожу заберем. Вот так вот мы меняем заодно. 3 ключика мы забираем. Блин, вот это бы переделать. Было бы бомба. Железные пластины я не буду брать, они мне как бы никак. Никак и не нужны. Сейчас, друзья, подождите немножечко. Блин, нет, это я брать не буду. Подожди, стой, 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 что там было еще? Волокно, 20 штучек. Да, перцовый баллончик тоже офигенная вещь. Пупсик вернулся, смотрю. Да-да-да, они вот сразу на трещоточку. Ну, трещотка это как бы то же самое электрошокер. Я тебе яблоко отправлю в ВК. Киткат, зачем? Ну что, ребята, у нас осталось 2 вот этих стола. Блин, нет. Там волна идет. Да не-не-не-не-не-не, я не убегу. Нет, я убежал, я убежал. Все-все-все, я пошел сюда. Там дерево только дерево. Другу 29 лет. Слушай, у него вся жизнь была впереди. Да. У меня тоже друг недавно разбился на машине, ему 31 год. Он разбился в машине. Ну, как бы не он, я не знаю, то ли ехал с рыбалки, или уже на рыбалку ехал. Вот.
И водитель не управился с управлением. Там я не знаю, что было. Ничего никто не рассказывает. Внематочного такого. Короче, вот так вот получилось. Где-то в июле месяце, по-моему. Я шоколадный заяц. Слушай, песенка хорошая. Ну что? Как ни крути, но рейд закончился. Не знаю, вы заметили его хотя бы? Я, например, так, по чуть-чуть позамечал. Что я делаю? Что у нас? Вот все, что я вынес с рейда. Ну, рейд такой себе. Блин, я не скажу, что он топовый, но он... Так вот, что у меня с горлом? Попил водички и все, и мне першить начало. Не такой он топовый. Ну что тебе надо? На, забирай. Все. Лучше бы базу такую давал бы, как я тебе вещи отдаю. Паразит. Все, пасусь. Сейчас будет еще хуже лагать. А, так, покажи скин на портфель. Сейчас, пупсик, покажу. Подожди мне немножко. Аля пота. Не уходи. Ну, киткат, мне завтра рано вставать, понимаешь? Я не могу. Просто не могу. Просто не могу. Киткат до четверга. В четверг я проведу еще стрим. Как раз перед воскресеньем. Одного стрима, и мне так кажется, что в неделю хватает. За глаза. А на этой, на следующей неделе, вот которая сейчас будет. Да, на следующей неделе будет, мы проведем два стрима подряд. Не переживай. У меня сейчас просто, мне тяжело играть, потому что у меня лагает сильно. Я не такой... Ой! Я поссал-то где, блин, вот глупо башка до верха. Да, я молодец. Полоздаю. В четверг мы проведем стримчанский, мы будем ходить на рейды. Посмотрим, насколько у нас хватит на 6 часов. Проведем стрим. 6 часов пускай будет. Походим. А, вот. Побегаем немножко. Постараемся немножко попропускать, конечно. Там, посмотрим. Блин, у меня опять котик проснулся. Можешь ты лечь? Он спит, наверное, сидит. Все. Все. Ну что? Пока прощаться. Не-не-не, подожди, провоз. Да ёпрст, это еще пешком ты начни ходить. А как вот так вот получается, что я пешком хожу? Кто-нибудь это знает? Я вижу, рейдер, вижу. Ого, будет твоя фишка ляпота, когда рейдишь. Я вижу, не надо меня укать. Не переживай, я вижу все. Будет, будет. Уси у нас будет упереди. Хорошо. Котя, здорово. А, блин. Он же не понимает. Нет, понимать он понимает, но он тебя не слышит и читать, он молясь не умеет. Ну да, что-то вроде этого. Да он спит. Ты бы видел, где он спит. Я потом уборку на своем шкафу сделаю, так я скину фоточку, как он спит у меня на столе. Ты будешь угорать. Так, бензинчики я сюда скину. Так, ключики. Нормально. Сегодня хорошо сходил. Плотная ткань. Вай, за плотной ткань ничего, места нет уже, что ли? Ой. Давайте я тогда вот это все сюда скину. Там у меня другое место есть. Сейчас на апгрейд чоппера хожу. Все чаще и чаще не пропускаю. Так сундуки становятся пустыми. Вот так вот. Это все сюда закидываем.
Что у нас там за лента? Да блин, мне уже заколебало это все туда-сюда, 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 обратно. Тебе, мне. Приятно. А, у меня нет места. Все, понятно. А, ты уже все. Пруф, ты что так меня выгоняешь-то? Успеем, сейчас попрощаемся. Вот, блин, жук-то какой. Хоть меня выгонять со стрима. Так. Сейчас я закончу, не переживай. Сейчас успеем. Торопишься куда-нибудь? Поздравляю с... Чего? Это что, шутка такая, что ли? Да ладно. 314? Да ну нафиг. Ты шутишь? Да, не, я не верю, не. Не может быть такого. А, блин, да. Пупсик, прости, пожалуйста, я забыл, блин. Все пишут, я забыл. Так, что ты хотел увидеть? Пупсик, смотри, я забыл, блин. А, так, я стимы хотел побольше. А, кого чего, Ирил, кого чего, адап... Так, подожди, где? Пупсик, какой тебе ящик надо? У меня вот такие есть. Эти все покажу, вот этот вообще не нравится. Беспонтовый. Этот я покупал, флаг России. Это 16-й сезон. Такие. Вот этот мне больше всего нравился. Сейчас я пока с ним не хожу. 30 лайков. Рейдер, я не пью. Go выпьем. Я не пьющий. Не пьющий, я человечек. Так. О, Титири, нифига себе. Вай, да ладно. Какой симпатяшка. Слушайте, я в тот раз не смотрел, я получил. Да, он редкий, можно получить во время праздника. День мертвых, 2021 год. Ё-моё, слушайте, это вообще классненько такой. Ну, он какой-то клонский, что ли. Не знаю. Такой себе. А вот это, да, портфель. Это випщика портфель. У меня, конечно, еще пока что нету этой одежды випщика. Но, может быть, в скором времени у нас появится... Я написал, мне полстрима не было. Я показал грустный смайл. Полстрима не было, и я хотел бы побольше стрим. А, пруф, ну как получится, дружище? Не переживай, как получится? Сейчас немножко посидим, пообщаемся, и я потом точно уже уйду. Я не получил, ты не получил, а ты прошел все полностью кладбище? Ладно, давай пока, мне завтра в школу у меня. Ой, слушай, да, спокойной ночи, давай, удачки тебе в школе. Так, я в конце только зашел, когда один день остался. Блин, ну да, ты там не успел бы, слушай. Там жестко, да, там в каждый день надо выполнять, через каждые 8 часов, не в каждый день, через каждые 8 часов. Я получил где-то, сколько еще оставалось-то? 3 дня оставалось, по-моему, до конца, я быстро это все выполнил. Хотя не донатил вообще, сам все сделал. Я получил его, у меня только один рюкзак. Это вот этот, да, рюкзак. А, нет, блин, за випку, да, и у меня тоже. Пока что тоже. Спасибо, KitKat. Вот я и говорю. Я не выгоняю. Я за 3 дня сделал все. Ну да, я где-то так же, блин, примерно плюс-минус один день, наверное. У меня бутер. А, бутер. Подожди. Бутер. Это вот этот бутер, да? Но он мне что-то как-то, знаешь, не очень нравится такой. Блин, такой себе. А випка, ну, да. Ой, вип, фу ты, я не туда смотрю. Випка, да. У меня есть еще вот такой. Но, правда, я такой носить не буду. Вот этот ничёшненький и вот такой ничёшненький. Бельё показывать? Красные. Помните, как, не помню, в каком-то видосике, в начале я радовался чёрным труселям. У меня песенка получилась. Чёрные труси.
Вот так вот. Потом вот такие новогодние. И вот сейчас хожу вот в этих. Тоже День мертвых получил. Ну и тут у меня Шерлок Холмс и Бродяга. А подожди, не Шерлок, а детектив. Ну, то же самое можно сказать. То же самое. Тут не знаю, не видно ничего. Вот сезонка была, да? Это получить дары мертвых. Это, по-моему, сезонка. Ее покупать на... Не видно. Вот здесь можно посмотреть. И вот это у нас уже за випку. Ладно. Посмотрим. Если что, випку, випку-то я должен буду получить. Один Хэллоуин. Мотоцикл, а мотоцикл на каком там випке-то дается? Мотоцикл-то, ну-ка подожди. У меня еще только начальная. Я как бы не тороплюсь. А, пятый. Пятый, да, доступ к ремонтному станку. А, затраты энергии при перемещении по карте в пустоши минус 10. Скорость работы станков в пустоши. Ну это бомба. Блин, это бомба. Это бомба. Бомба-риба-бомба. Ладно, прокачаемся как-нибудь. Я, мне все равно сейчас не к спеху эта випка. Как бы успеем, ничего страшного. Так, сейчас мы сюда скинем. Топорики тоже сюда скинем. Я хочу пустым быть. Еще бы на жопу что-нибудь натянуть. С голой жопой бегать тут. Качапулино, однако. Есть куртка у нас? О, есть, нормально, наделся. И хоть и в говносетик, но надеялся. Не влезло. У меня не влезло ничего. Пойду гардероб сейчас соберу. У меня на прошлой тоже детектив, а на этом спуск костюм. Вот у меня костюма этого не выпало, пруф. Жалко. И на чела покажу скин. Так я показывал, пупсик. А, гардероб, слушай, гардероб там, по-моему, что-то там как-то там траливали. Тяжеловатенько будет. А нет, нифига. А чё я тогда? Нет. Нет, я попутал. Колеса фортуны, имба. Да, вообще имбовая, но у меня пока что нет такой возможности. У меня випка закончилась еще вчера. Это бомбически. Глоки — это бомба. Джекпот, 3 огнестрела. Нифига себе. Слушай, у меня такого не попадалось еще пока что ни разу. Ну, может быть, будет попадаться. Ладно, друзья, ну что, давайте будем, наверное, заканчивать. Время уже 14 минут. 10-го мне еще собираться надо. Не хочу на ночь. Мне еще видео надо строить, делать, монтировать, готовить. Да еще и выкладывать до кучи. Так, подождите, я, наверное, это вообще сюда скину. Опа, пускай фармится потихонечку. 37-й левел уже. Ой, у меня еще пятая точка маленько уже онемела. А, ладно, пока. Давай еще пару минут. Да блин, пруф. Ну давай, до 20 минут, и я там точно буду выключаться. Давай, хорошо. Немножко побегаем, ладно. Уговорил. Давай, давай. Чуть-чуть. Давай, немножко, только совсем чуть-чуть. 6 минут. Не больше, пруф. Как раз, может, я станками займусь. У меня станки сегодня отдыхают. Никуда не торопятся. Я не тороплюсь, и они не торопятся. Ну, нормально, все пусто. О, на. Тихо. Так. У нас все будет хорошо. А, кстати, подождите, ё-моё, я чуть не ушел. Я рейдеров-то еще пока что не вызывал. Фига я молодец. Офигенный молодец. Сейчас бы рейдеров профунякал бы и все.
Была бы зёпа. Чё, все ушли? Да. Ну что у нас тут за задание есть? Синяя карта. Это все легкое. Первое, второе легкое. 5 штук. Да. Вот эту вещь можно легко сделать. Я по красным локациям бегаю. Так это ляпота. Я вчера 4 привез домой. Уже разобрал половину. Ну так расскажешь. Чего рассказать? Пруф. Ты о чем сейчас говоришь? Два двигателя и щенки. Щенков можно хоть сейчас сделать. Щенки все выращены практически. Так, нет, наоборот. Мы с тобой покатимся по дорожке мимо. Посмотри, я писал. Чего писал? Давай еще пару минут. Но и что ты писал? У меня на прошлое тоже детектив. Я. Пруф, ты про что говоришь? Так, я знаю, группа ВК и... Я просто много все пишут, я с мысли сбиваюсь и... Да, все теряю, у меня уже голова не думает, нифига не соображает. Просто, ну пожалуйста, ну повтори еще разок, ну пожалуйста. Куда узор ядерный девать? А, это, как бы это, как это? Зайди в инвентарь, нажми на него и применить. И все, он у тебя будет в гараже. Как в гараж придешь, и в гараже сможешь покрасить себе чоппер. Правда, там нужна будет краска, не беда ведь. Так, дик. Первый уровень. А, второй. И третий, по-моему, нет. Че, у меня есть вообще здесь щенки, которые нифига не... А, нет, есть. У меня нет таких щенков. Не буду тогда им давать жрать. Нафиг, пускай сидят до голода. Так, давай расскажи, если что, я могу ссылку скинуть. Ты просто... А, про... так я рассказывал, пруф, я вначале еще говорил. Я вначале говорил про... Да, я знаю, пруф, я говорил вначале. Про группу ВК, она еще делается. Делается. На следующем стриме группа появится в описании. Ссылочки под стримом. Чё-то слишком много слова одно ставлю. И тоже. Один я использовал. Ну, второй, если не нужен, то выкинь в сундук куда-нибудь. Или удали. Я рассказывал пруф. Рассказывал, не переживай. Не переживай. Четверг все будет уже ясно, не переживай. До четверга у нас времени много. Не-не-не, да, тебя не был. Я еще в начале это еще рассказывал. Не переживай. Там, в начале. Ничего страшного. Так. Скоро 1к подписчик. Ой, слушай, я буду только рад вообще у тебя. Если таким... А темпо будет подписываться. Если, да, вот если у меня будет стримчанский, это будет бомба. Мне уже давным-давно говорили, что проведи стрим, но у меня не получалось. Сейчас пока что как-то нормально получается. Да, все, пруф, с тебя тогда группа. А насчет оформления, слушай, не знаю. Не знаю, давай потом поговорим с тобой ВКонтакте. Хорошо, сейчас стримчанский загружу, оформлю, потом сделаю этот. А, тебе же сейчас... Тебе завтра куда-нибудь надо? Нет данных. В смысле нет данных? Стоп.
А у меня стрим маленько что-то это траливали. Ребят, я стрим сейчас обновлю. Угу, все. Что-то у меня как-то стрим маленько это ушел куда-то. Proof 21.21. Время уже прошло. Да, давай сейчас это я все сделаю, и потом мы с тобой свяжемся. Ребят, давайте на сегодня буду с вами прощаться. Хорош уже. Я уже не могу сидеть, я устал уже, правда. Было бы время отдохнуть, походить бы, но у меня из-за того, что еще на кухне очень сильно орут. А по сути, да, но я могу до часу ночи не спать. Где масло добавить? Масло? Какое масло? А, масло добывать. Бункер Альфа. Бункер Альфа, KitKat. Удачи, окей, давай удачи. Спасибо, ребят, спасибо за сегодняшний день, вечер. Хорошо посидели. Вот. Мак, будет почаще. Сейчас с проблемой как-нибудь растянусь. Потом надо найти вторую постоянную игру и будем, конечно, крутить. Да, в Альфа Хард режиме, но там жестко. Все, друзья, давайте до четверга. Всем поки, давай, все. Ой, нет, вот это. Всем пока, все, давайте. Удачи. Всем удачи в школе, в работе и в жизни. Все, пока, друзья.